пошла запись. Для тех, кто в записи смотрит, это третья часть трансляции по StarCraft 2, Legacy of the Void, Дон, третий, последний, и его сетевой режим. Два прошлых вечера я играл, прошел отборочные 4-1. Удивлялся, когда видел новых юнитов очень сильно. После отборочных отправили меня в платиновую лигу. И вчера уже отправили в алмаз. Я сливал очень много, видимо, поэтому отправили в алмаз. Сегодня продолжаем играть. Сейчас противник Протос. Попробуем чатику. Отдельный привет. Название стрима меняем. Кстати, надо... Петр, а ты же можешь редактировать название стрима. Есть у тебя такая возможность? А, уже поменяли, кажется. Да, хорошо. Так, с Протосами я не помню, что... А, я в Старгейт играл против Протосов. Потому что шары, которые вот взрываются, они что-то ничем не контрятся вообще. Колоссами не контрятся. Можно, конечно, не дать человеку дожить до них, но в макро энное количество дестабилизаторов они разрывают на части. Застроиться на этой карте, наверное, не так удобно, потому что 4 респа. Поэтому будем играть так аккуратненько. Гейт. Да, а фениксы как раз, они не то чтобы контрят эти шары, но, по крайней мере, они их поднимать могут. О, понятно. Поднимать воздух, и даже после того, как заряжено. После того, как заряжаются... Ой, а что это у нас там строится? Я немножко попилю пробочкой. Эй! Ты какой, а? Ладно, последим. Можно ему второй газ, кстати, заварить. Хотя он два гейта ставит. И второй газ он уже сделал. Два гейта. Пока не хочу делать второй гейт. Лучше, наверное, посмотреть на... не знаю. Буду следить за базой, наверное. Делаю сталкером. Еще рабочий. Пилон... Надо привыкать в минералах строить. Здесь мазерфор. Не хочется в Старгейт, на самом деле, играть с одного гейта. Надо было все-таки второй пилить. Это и надежнее, и фениксами в... Сразу в эксп. Это тоже такой мазохизм дикий. Что, наверное, неправильно я это делать. Так, выходит сталкер. Сразу его на угол ставим. Пробежать бы. К нему. Опа, все, нашли. Зомби напали. Ну, сейчас Старгейт выходит. По газу и по раскладу. Еще одного сталкера, пожалуй. Тут рабочего назад. Без разведки так стрёмно играть. Прям вот. Прям очень не нравится мне это. Хоть бери агрессивно, иди. Загружаем приказ. Статта. Ладно. Он не прав здесь. Давай базу сразу ставим. У него нычка. Судя по количеству сталкеров, судя по поведению. Вот, нет. Так, сейчас немножко заподкрепаем. Ставим базу. Ну, у него два гейта. Раз они по парам выходят. Пилон нужен. О, чизерок. Давай-ка быстро. Так. Давай, давай, давай. Короче, хрень выходит уже. Надо заряжать пилоны.
Этот на рабочих побежал. Тут можно еще один филон зарядить. Нет. Убираем, убираем. Открываем гейты. У меня начинают копиться ресурсы. Это очень плохо. Еще пару сталкеров. Ой, они сейчас заедут. Я здесь, среди теней. Наш пилон атакован. Блин, капец, какая грязь. Хотя он здесь теряет темпестов. Тут ешечку надо вырубить. Разогрев пошел. Нужно построить больше пилон. Здесь еще так вот сделать. И он все равно... Наш пилон атакован. Все равно меня напрягает очень сильно. Призматическое ядро активировано. Да, много сталкеров. Все, продавил. Ну, чист, я его не заметил. Не заметил прокси этот... Прокси, и все. НГГ. Здесь, среди теней. Прокси там 2 гейта у него, то есть 4 гейта. Это решает, ну то есть решает это потому, что скорость варпа быстрее, чем через пилон выходит. А я должен был сделать разведку какую-то. Ну, лучше контролить. И Старгейт, конечно, особо не помогал мне. Прикольная штука. Прикольная. То есть, вот когда вот адепты залетают, можно было просто кору оставить на том месте и оверчарджи кидать. Она и постреляла бы по адептам, и позаряжала бы пилон. Так можно было отбиться. А сталкерами с грелками пытаться от вражеских. Ну, все равно третий гейт мне нужен был, как минимум, для того, чтобы меня тупо не меньше было. Получилось так, что я с трех производящих зданий пытался что-то... против 4 гейтов сделать. Если там, конечно, даже не 5 было. Что могло быть и 5. Так, ладно. И вслепую, видите, еще базу поставил. Неверное предположение о том, что у него все 2 гейта. Меня погубило. Возможно, кстати, на мини-карте отображалось, что... отображалась красная эта точка, я не обратил внимания. А здесь не короче разве? А, тут через камни пока не короче, ясно. Газилку сразу же. Вторую газилку тоже надо ставить ну, чуть-чуть раньше, чем в прошлый раз я делал. Хорошо. Если ты забыл, то 99... Игр в ладере это чиз. Ну, вообще статистика какая-то странная очень. Учитывая то, что я наиграл, наверное, матчей 20 всего, но она уже абсолютно противоречит твоему... твоим данным. Так, мы пересеклись здесь, так что, скорее всего, он слева вообще. Да, да-да-да-да-да. Что дальше? Второй гейт. Да, второй гейт, потому что все равно минералы копятся. Если разведки нет, лучше так по сейфове сыграть. Сейчас газ начинаем добывать поинтенсивней. Рабочих 15 из 16 на минералах. И новые достраиваются. А здесь грейд на гейты. Минус пара рабов сталкер. И... кору не успею, еще одного рабочего. Пилон нужно будет сделать. В рабах делаю пилоном. Смотрим. Он ставит Fast Exp. Хорош. Ну, давайте попробуем тогда его поджать. Понятно, что там у него пилон. Понятно, что ему защищаться сравнительно просто. Я попробую его в 4 гейта раз... Зачем? Увожу рабочих.
Да свершится правосудие. Пытается задержать меня таким образом, видимо. Надо было, конечно, делать грейд на бустом. Ой, в смысле, да, варп. Как он там? Хронобуст на грейд на гейты. Это что надо было делать. Можно адептов было сделать. Я здесь, среди теней. Ух ты, он два пилона. Ну там, да, защита серьезная. Усиление. Можно, кстати, свой же пилон было взять, построить. Хотя бы для тоже хрона хрени. Да, все. Я здесь. О, как быстро убивают, нифига себе, как быстро кора отлетает. Я в шоке. Я просто в шоке. А когда он спадает, эта тема? Здесь, среди теней. Я уже спал. Новое. А сколько там этой темы-то? Я не уверен, что мне тут хватит. Я здесь. Надо проверять. Надо проверять. Подходить, еще Старгейт он делает. Еще чардж. Оверчардж. Поставлю пилон, чисто чтобы... Так, у него вроде все. Нет, опять. Да как так? Сколько можно? Может пилон стрелять? Стрелил пилон. Отстрелил кору. Давай так, так. Тут надо было оверчардж сделать. Да, у меня странные, конечно, темы. Я здесь, среди. Хотя не совсем. Грелка сейчас отпустит. Я здесь. Быстрее, быстрее, быстрее. Сионная сеть установлена. Недостаточно энергии. Я здесь. Пилона убиваем. Среди теней. Не хватает минералов. Идем на мейн. Терака. Пробок нет, увы. Я здесь, среди теней. У нас есть. Любопытно, этот оверчардж, он, с одной стороны, дешевый, очень мощный, там сумасшедший ДПС идет, 30 урона и очень часто стреляет, но быстро заканчивается. При этом, если поймать, ну, то есть надо привыкнуть, сколько он с это делается. 20 секунд чардж, 25 энергии жрет. Пилон отстрели, советует Крушев, советуют в чатике. Да, надо было пилон стрелить. Не сразу я его... Может так фотонить пилонами? Да, можно фотонить пилонами. Дикий урон. Опять протос Сергей. Серега из клана Go Guys. Вперед, парни. Ух ты, что-то пикнуло. Он достаточно нагло поставил базу, но четко было видно, что на что он рассчитывал в плане защиты. Ладно. На этот раз дуэльная карта. Можно попробовать, кстати, его застроить фотоночком. Раз он там такой любитель. Похалявить. Нуб гейм. Отлично. Все, точно застраиваем. Так, а здесь что? Здесь, ну, хреновое, конечно, место, но ну, можно. Нуб гейм. Не хватает минералов.
пилон я уже должен был пилить, неправильно рабочего отправил, естественно, застраивать. Надо сразу же первого рабочего пускать в застройку. Он, скорее всего, видит. Смотрю газ. Смотрю строится. Одна пробка будет типа отвлекать. Вторая строится. Вроде не срывается. Не хватает минералов. Я сразу поставлю здесь пилончик, наверное. Нет, срывается. Да, плохо. Но фотонка достроилась. Это отменяем. Здесь сразу ставим парочку. Парочку. Тройку. И вот так поставим. Я думаю, надо сейчас сразу ставить гейт, потому что за застройки он отобьется рано или поздно. Зилот? А может, не отобьется. Он реально идет в бой. Слушай, не отобьется, скорее всего, да. Ладно, в любом случае делаем газ. Потихонечку. Там он кору запиливает. Интересно сказать ему, что сейчас что-нибудь по поводу Noob Game. Да, заряжен пилон. Очень хорошо отбивается. Два пилона заряжены. Какая грязь. Но пилон сейчас отключим. О, все понеслось. То есть он сейчас может, конечно, пойти ко мне, полететь корой. Газа нет, части добычи у него тоже нет. Ну а здесь будем пилон запилим. Угу. Застраивается еще одна фотонка. Третий гейт, я полагаю. Сразу сталкеры и кору. База атакована. Он может вообще фотонку бы еще хорошо построить из себя, просто чтобы на халяву. Хотя дарков он не может сделать. Ну как он сделает дарков без с одним-то газом, правильно? Он скорее будет варп какой-нибудь пилить. Собираем газ второй. Здесь. Делаем сталкер, среди проверяем тебя. Там какие-нибудь дикие халявы. Грейтные гейты бы запилить. И все-таки одну фотонку поставлю. Да у меня все просто настолько шикарно, что... Так, а давай-ка вот не коннекцию все-таки добьем, да. И проверим, соответственно, базы остальные. Да свершится правосудие. Вот, он, конечно, лезет вперед. Не знаю, что хочет сделать. Усиление псионной сети. Я пойду к нему потихоньку. А, нет, все, базы у него нет. Наш пилон атакован. Окей. Все, тогда хорошо. Надо пилонов поставить парочку. Все мы часть целого. Noob Game. Сам варп, да, заказываю. Просто газа. Мы Immortal. Еще себе он дожил. Среди теней. Да, он выживает. Пустота. И рабочий в бой. Да ну нафиг. Ну у него открыта вся база, то есть у него нет экономики. Он сейчас должен ломиться на меня. Среди теней. База атакована. Требуется больше веса. Пусть он спускается. Подсвечивается строение уже все. И в атаку пошел. Блин, давай. Пилон на защиту.
Все, ребята, последний бой сейчас будет. Усили. Грейд на... Веди нас. Ну, буст на гейтейн грейд. Здесь, среди теней. Настраиваются пилоны. Соответственно, здесь заказываем еще немножко сталкеров в 4 гейтах. Должен прийти и расстроиться, по идее, но я хочу, чтобы он зашел. И расстроился. F, да? Давай. Давай в бой. Сейчас такая жесть будет. Раз, два, три. Заходит. Нупс, говорит. Круто, круто, круто. Да на халяву застроил, чего это? И рад. Нельзя так делать. Едем дальше. Всем добрый вечер. Сегодня немного Старкрафта тоже будет. Макро великолепный, да. Как пятый цвет, но я сейчас не играл, к сожалению. Может, к счастью, просто не играл. Нупс. Все, да готов ГМЛ, понятно. И вообще здесь, конечно, заботились всякими фиксами застройки. То есть камни, эти рампы уже. Раньше все было значительно проще. Еще пишет Идиот Нупс, ахаха. Go guys, Серега. Помнишь, пока не ответил. Одну фотонку можно гейтом прикрыть у рампы. Воу-воу-воу-воу-воу. Все. Ну это все меняет вообще. Реально все меняет. Так, сейчас ради разнообразия зерг против зергов. Я тоже не понимаю вообще, что делать против зергов. Пока. Но мне вот в матчапе ПВЗ очень нравятся как раз дестабилизаторы. Они... Они прям очень. Так, лучше защиту буду делать на рампе. Тут еще рампа общая, поэтому... Не буду застраивать. Хотя, конечно, соблазн велик. Адепт и имба. Ну, я не дошел еще до них. Слишком сложные технологии. Кажется, мне опять чувствительность мышки была другая. Может, просто сенсу в Старкрафте надо принудительно подтянуть. Газ. Угу. Пилон рядом с мейном. Он ставит нычку. Я не буду добывать прям жестко. У него халявное такое развитие. Сейчас тоже Nexus я запилю. Застроил бы его вообще легко. Легче легкого. Потому что у него пула нет. Это он халявщик. Не хватает минералов. Ставлю базу. И здесь с кибернетом. Не хватает минералов. Ну да, зерги они такие. Тут можно было, конечно, застроить. Конечно, конечно, можно было. Конечно же. Рабочий пришел еще. По старинке застраиваю. 100 лет уже такого не было. Один пилон бы поставить и на XP. Вообще, пилон и гейт должен быть как бы на каждой базе. На любой из баз. Второй газ потихоньку. Понимаю, что двое у меня только добывают. Здесь будем халдить. Ладно, так. Черт, не успеваю. Давай адепта. Ок, раз хвалят, грейт на гейты. Кору надо сделать. Газ уже более полноценно добывать. Наверное, второй гейт надо заказать. Потому что одного, ну, вообще не серьезно с этим гейтом. Так, здесь кора лучше. Надо узнать хатки и коры. Адепт побежал. У него фастмув, может быть. Гастон раны начал добывать. И он почему-то не торопится делать... Не торопится делать третью базу. Это меня настораживает.
башни вообще какая-то сверхагрессия. Да, мув делается, понятно. Так, давай-ка сделаем, во-первых, поржу для плюс один. И для фотонок далее. Эволюшн еще, ё-моё. Стоп, а это не дропчик случайно? Там для... Кажется, это дропчик. Давай штамповать сейчас столько адептов. Они, кажется... Кажется, они... А, хотя сталкер может овера убить, да. Так, и по фотоночке. Раз. Фотоночки два. Понятно, что в застройке у меня полный бардак. Да, вон справа дропчик. Я не успел сделать фотонком. Но зато есть оверчардж. Ног. Отбился. Ну, главное, прочитал я, по крайней мере, то, что... Гоню... Оверсира сюда, делаю грейтные гейты, перевожу четырех рабов на эту базу. Скоро не будет хватать. Заказываем все равно рабов. Здесь открываем... Открываем, говорю, гейты. Еще адептов. У них по легким дамаг, да? Здесь фотонку надо было восстанавливать. И можно, наверное, сходить адептами в атаку на третью базу. Там же роучи быстро у нее не появятся. Далее сделать... Наверное, роботикс. Хотя, если он любитель собак, лучше делать, конечно, Старгейт. Но я немножко опасаюсь роучей. Чутка. Так, а здесь уже все. Фул. Что делать? Уходить на эксп. Собаки отдаются. Проверяю у него третью базу. Это ключевое. Рабочие по... Оп, парам. Какой кайт, а? Давай-ка еще немножко... Да, и база есть это. Но пустая. Не хочу, он сейчас дозаказался. Он точно сейчас меня сгрызет. Поэтому я лучше до варпа. Здесь Б под бустом. Грейт на армор. Надо еще добавить парочку гейтов. Еще, наверное, один пилон. Блин, неправильные бинды. Короче, криво все. Там с газом еще не решил проблему. Тут уже бегут. Да, не надо было так делать. Не надо было так делать. Хатки, не знаю еще. Давай оверчардж. Давай иммортал одного. И собачки понаддавались. Справа давайте сделаем хотя бы какую-то нормальную, похожую на адекватную защиту. В смысле, добычу. Здесь надо сделать, наверное... А что у него? Я полетел апсом, да? Давай В, ВБ. ВС все-таки. Имморталы сюда. Тут открываем. И что, смотрим? Видим роучи гидра. Ну, тогда второй робо. Для того, чтобы было больше шаров. Добавляем газилки. Иммортал ок. Наверное, пара сентрей, пара зилков. И вот эти камни надо убить. Так, и следим. Мяса у него мало. Тут роботикс. Тут убиваем. Еще рабочие. Да, гидра. Ну, тогда шары. Вот шары сейчас пойдут хорошо. Учитывая то, что его мало и у меня сейчас будут шары, я думаю, надо спокойно выходить на следующую базу. Ну и заканчивается при этом еще. Ага, гидра. Старгейт, правда, я зря сделал. И, наверное, стоит сделать уже темпларню. Или дарковню даже.
Нет, наверное, темпларню. Ну, сумречный совет для начала. Я все забываю. Хочу шагнуть по технологиям. Пилоны нужны. Но пилоны два справа, слева отстроятся на базе. Ага, он видит меня здесь. Тут, естественно, фотонки. Естественно, дополнительные гейты. Криво всем. Скоро будут шары. Ну, я вот думаю, что он сейчас должен... Мы в пути. Должен как-то... Вообще, надо пса еще было сделать. Да ладно. Хорошо, он прощает. О, псы. Еще. А где? А, вот они. А, блинк все-таки. Темпларни все-таки. И сюда точка сбора рабочих. Защита хорошая. Гейтов много, даже не знаю, зачем мне столько гейтов. Инкома нет. Так, точка сбора шаров не та. Можно попробовать, если он не нападает, самому прийти. Потому что то мясо, которое у него есть, оно вроде как... Ага, вот он сам пришел. Среди теней. Взрываем люру. Мясо то еще. Нет. Там еще. Вон они здесь. Я здесь. Враги вокруг. База атакована. Вот они здесь. Ага. Нет. Еще дальше, люра. Блин. Как же я не доконтролирую. Я здесь. Я не сделал еще этот. Короче, все плохо. Требуется больше виспена. Да, нельзя так. Вроде отбился кое-как. Но очень плохо. Восстанавливаю. Не восстанавливаю кора. Кора у меня была. А где кора-то? А, кибернетки нет. Кибернетки нет, это очень плохо. С рабочими завтыкал. Газа нифига нет. Блин, так накосячил. Я с контролем просто позорно все сделал. В общем, у меня контра была. И сам хотел, типа, идти против гидры и люры. Так, выдвигаемся на следующую нычку, потому что минералов до неприличия много. Газа нет. Лучше, наверное, было добывать газ, чем... Восстанавливаю Мазершикор. Он должен был подстроиться сейчас. Только вопрос, что он делает? Я вот не знаю. Нет, гидра. Опять гидра, черт возьми. Оверсиры. Идет в атаку. Да сколько можно? Месторождение минералов. Разработка завершена. Шлаковый лимит, конечно, я делаю. Ага, и он здесь. И здесь. Враг познает нашу ярость. Враг познает нашу. Вроде ок. Вроде в салат вообще. И опс еще здесь у меня есть, что немаловажно. Шары сохранил. Нычку он мне справа, слева не убил. Тут все хорошо. Я здесь. А сейчас нужна контратака. Я еще грейда не делаю, там форжа, там базы закончились. Ни черта не успеваю. Тут раз, два, три, четыре. Здесь раз, два, три, раз, два, три. Сюда. По крайней мере, два гейта, чтобы можно было нормально варпать. Темплары нужны вроде как. Ой, блин, бинды опять.
Я без апсов хожу. Ну криво все, ребят, ну криво. Давай шторм, наверное. Хотя шторм, как я еще шторм-то контролить буду? Давай зелков на мясо. Шаров, я думаю, хватит. Нужно как-то внимательнее, что ли, к... Потому что есть закопанная люра, которая дикий урон наносит. Надо было вызывать не на этой зоне. Ладно, проходим к его потенциальной четвертой, там, пятой базе. Смотрим на слизь, вижу гидру. Ядра не на слизи. Пока ее, в принципе, мало. Даже не хочется зарядов тратить. Ага. Враги вокруг нас. Мы начнем сначала. Жду приказа. Жесть. А здесь что? Здесь зелки. Ну, да, ГГ. ГГ. Ну, в общем, если там земля, то шары заходят очень хорошо. То есть один там шар взрывает уже пару гидр, и он уже окупился. Потому что там гидра стоит... Ну, он, шар стоит 150-150, гидра, соответственно, там 100 на 50, ну почти. А взрывает он, если взрывает. Видели, сколько там кидаешь, и люра закапывается, гидра на нее сверху, прилетает шарик и столько мяса. При этом через 20 секунд он может повторить то же самое. Главное научиться его контролить. Потому что они, когда ты их пускаешь... Во-первых, они у них фиксированные... Как бы это сказать? Ну, они живут всего 2 секунды. Когда он их запускает, то сам неподвижный. И если его убить, нейтрализовать как-то, то взрыв пропадет. И ты еще можешь своих задемеджить. Если противник, например, отступит, твои сталкеры пойдут вперед. Сплэшем. Никого не щадит. ФФА Старкрафт не интересен? Нет, ФФА Старкрафт, я думаю, никогда интересным не будет, просто потому что нет героев. А, потому что ФФА в Варкрафте это не только экономика, но и уровень героев. То есть там как раз важно сражаться с противниками, чтобы получать экспу, чтобы получить таких героев, которые могут полармию убить. Сейчас будет противник еще один зерк. Варп на Нексус, как варп на Гейт. Что еще раз? А, понял. Серьезно? Альт, возможно, является причиной слетающих биндов. Альт. Надо, наверное, включить индикаторы здоровья на постоянку и не жать альт. Спасибо за 3 дня, СК. Давно ждал, соскучился, говорит Скат FHN. Хороший мультиплеер. Мне пока по душе. То, что я вижу, потому что скорость очень быстрая у игры. Они взяли просто и срезали где-то 4 минуты в среднем из каждой игры. За счет того, что пробки сразу. Счет с первого раза снайпернул. Блин, отлично, обожаю. Надеюсь, ты стрим-то выключил. Так, зерк, да? Зерк. Зерк, зерк, зерк. Ютум. Я не побежал почему-то застраивать. Возможно, это ошибка. И неправильный пилон, в общем-то. Надо было на рампе, как в прошлой игре, организовывать застройку. Но, учитывая то, что здесь мне все равно придется спускаться вниз с респа для того, чтобы базу построить. Наверное... Да нет, все равно эта застройка первая важна. Конечно, важна. Конечно же, важна. Второй пилон сразу поставлю здесь. На рампе. И схожу на разведку. Как бы лишним точно не будет разведка. С минералами идет ко мне дрон. Щедрый. Поставлю корм. Второй газ. Не хватает минералов. Смотрим. Проверим, во-первых, золото. Тут некоторые зерги ставили. Потом к нему на мейн.
Через эксп, конечно же. Там эксп, естественно, строится. Вероятность очень высока, поэтому выхожу сюда. Да, эксп почти достроился. Ну, халявный экспанд был. Не хватает минералов. Ну, бас. Так, а на базе что? Мув не делается пока, но он может делаться, как вы видите. Добываем пока газ. И делаем вид, что ушли, а на самом деле бочком-бочком... Нет, спалился, ну ладно. Все равно проверим. Адепта. Адепт в прошлой игре, кстати, меня порадовал. Собак убирает. Хорошо. Зря я рабочим сюда. Надо добавлять второй барак, наверное, в застройки. Вообще нужно сделать пилон еще. Вот если бы сталкер был... Убил бы оверлорда. Я это зайду к нему сейчас. Вроде тайминг неплохой. Да, делается мув у него. Надо делать застройку. И лучше фаржу еще запилить, я полагаю. Тут он все равно пройдет. О, я еще ушел. Тогда... А, там еще золото. Ёпрст. Ну, это провал, конечно, с моей стороны. Попробую оверлорда хоть поймать. Отменю я одного сталкера. Выйду сразу на золото. Очень и очень. Я понимаю, что это... Нагло с моей стороны, но мне кажется... Ой, да ладно. Усиление. База атакована. Там псы. Дай пару адептов сделаем. Разработка завершена. Это гейты, открываемся. Пилон рабочий. Ну сейчас он будет пытаться наказать. Я думаю, мне вообще нужно защищаться с гейтами. Потому что, ну а как иначе? Так, собачки с мувом. Так, а здесь так и так. Даже, наверное, вот так. Хотя построить роботикс... Так хочется, вы бы знали, как хочется мне построить роботикс. ККП. Как поддержал ваш канал на сумму 100 Ой, рублей? Ой, собаки его. Бегут. The StarCraft. Я здесь. Так, ну, база начинает работать. Не хватает. Это плюс безусловный. Ой, чуть центрию убил свою. Надо добавлять гейтов еще. То есть одного мало, сейчас плюс 3 надо где-то пилить сразу же. Учитывая то, что это золото. И то, что он, скорее всего, будет сейчас мочить. Открываюсь. Да, собаки. Просачиваются. Блин, как бы там утки не было какой-нибудь. Ну черт, ну не надо. Он контролит, видите, снайперюга. Давай сделаем одного апса, тут точку сбора сюда. Надо собирать газ. Газа вообще нет. Открывать здесь гейты. Плюс 6. Ну плохо, я много потерял. Быстро сюда, Делаем иммортала. Один пилон, все на одном пилоне. Он залетает. Здесь более-менее база раскачалась. Золото, по крайней мере. А, можно же было сделать иллюзии. Это правильная тема. И вот тебе и разведка. И апса не надо делать. Кто там? Ага, понятно. Вот он идет убивать меня.
А у меня supply блок. Классика, капец. У нас есть цель. Попробует встретить. Нет, не попробует встретить. Наверное, нужно делать ВБ. Нужно делать второй роботикс. И нельзя втыкать с пилонами. У него 5 баз сейчас. Если вы видите. У меня даже грейда на атаку нет. Собаки, роучи, полный фарш. Я здесь, среди теней. Ну, наверное, мне нужно потихонечку на верхнее золото выходить со временем. Но пока нет шариков, этого делать не хочется. Рейндж у них, конечно, адский. Давай, раз, два. Тут подвар. Я здесь. Да нет, нормально. Не, не, нельзя расслабляться. Там прям стрельба идет по полной программе. Пару этих делаю. Ой, сейчас будет сверху. Ой, какая грязь. Нельзя в лоб. А где подвар? Я сейчас вроде окружу. Срочно выходим на четвертую. Точка сбора дисрапторов сюда. Какие дисрапторы, блин? Опять не то. Мое сознание пробудилось. Так, появились первые шары. Это хорошо. Пум-пум-пум-пум-пум. Здесь беда с добычей. Думаю, надо с мейна просто брать, переводить сюда. Да, варп сталкеров. Что? Я здесь, среди теней. Это плохо. Забились бинды. Это, кажется, из-за альта мне там сообщили. Звуков так не хочется делать, вы бы знали. Я здесь, среди... Мутка. Это прям очень плохо. Что против мутки, у меня нет сейчас ничего. А он там с четырех со своих баз. Может сделать выход, пока есть опция такая. Я делаю старгейты. Я здесь, среди теней. И нужно блинк делать. Я здесь, среди теней. Так, точка сбора сюда, еще немножко рабов закажем. Нужны, наверное, блинк сталкеры. Нужно по фотонке поставить в рабах еще. Даже пусть это будет мейн. А потом делать очень быстро грейд на поля. Апгрейд на этот, на атаку под бустом. И фениксов. С точки сбора сюда. Тут открываем гиты. Ну, ресурсы не копятся, шары есть. Чисто зелки для того, чтобы лимит добивать. И втыкаем с этими. Добываем газ. Переводим рабочих, блин, кружка мешает. Раз, два, три. Раз. Или это фейковый вообще муталей? Очень мало муталей. Я не знаю, что делать. А, собаки, молодцы. Надо, наверное, выходить. Опять бинды. Черт. Да вообще жесть. Вы видите, что творится? Такого раньше не было у меня в Старкрафте вообще. Чтобы бинды сбивались. О, позиционочка такая. Ой, нет, плохо. Ну, здесь псы, естественно. Которых надо вроде как зелками
Да я не доконтролил просто. Просто взял, отдал. Почему они не полетели, я не знаю. У меня тупо не хватает внимания на это все дело. Просто не хватает внимания. Капец, хоть опять сбили с бинды. Твою налево. Ну как так вообще? Мы согласны. Где скрываются наши враги? Реально, это какая-то дичь просто. Просто дичь. Я всем решил совет. И он идет, да? Кстати, он совсем какую-то чушь идет. Ядры нет. А, хотя я понял тебя. Месторождение минералов истощено. Можно было все это мясо убить. Все просто. Да я кривой. Все мы часть. Пойду похорашу эту нычку. Вступаю в бой. Ой. Мимо. Газовый гейзер иссяк. Феникса хорошо под это самое. И бруды, да? А что с брудами? С брудами непонятно, что делать. Ну, то есть грелки вроде как, наверное. Это плохо. Да, жесть. Просто жесть. База атакована. Пробую перегруппироваться. Куда-то зачем-то. Пробую. Враг познает нашу ярость. Ну, блинка нет. Еще собаки там у меня на той базе. Будет. Тут гидра. Здесь не могу ничего. Газа миллион. И собачки заходят. А я могу только зенков сделать. Ну, короче, зафейлил. Очень сильно зафейлил. Отдавал там просто пачками. Надо, наверное, сейчас как-то отключить альт. Не знаю, почему у меня сбиваются бинды. Наверное, вопрос о настройках. Что, добавили как-то? Масштабирование, заблокировать... Альтап, ладно, но это маловероятно. Время отклика. Чувствительность мышки, кстати, можно чуть поднять. Дальше. Кажется, в игре. Отображать индикаторы здоровья. А, альт-цифру убрать войска из бинда и передать бинд союзнику. Что? А можно это выключить? Какая чушь вообще. Это в Архонт моде. Ну, сейчас реально у меня периодически сбиваются бинды. Можно, конечно, начать отучиваться от нажимания альта для отображения здоровья. Язык, регион, графика. Нет, это все не то. Язык, интерфейс, реверберация. Перемещение курсора. Да нет, должно быть. Если должно быть, то здесь. Выбор войск противника. Оповещение. Сетка размещений. Количество рабочих. Упрощенная панель приказов.
Выбрав всех личинок. О, может быть обычный, а не для поврежденных выбрать, и все. Тогда он будет по... Правда, там тильда нарисована вообще. Альт-цифра, создать новую группу, изъять юнитов из других групп. Понятно. Плохо. Значит, надо... Надо... Нельзя использовать альт, в общем. Блин, а в Варкрафте тоже. Я же буду пытаться его использовать. Реально буду. Почему ты не используешь архонтов ценнейший юнит? А чем он отличается от архонтов в прошлой части? Там есть какие-то изменения? Не хватает минералов. А, альт вообще не показывает количество здоровья. Прикольно, прикольно. А, эта карта, кстати, с карманным экспом. Ну, в смысле, да. Я попробую человека тогда... подзастроить. Блин, как неудобно-то, а? Тильда же. Да я тильду жму, ничего не получается. Даже после переключения. Нужно построить больше пилонов. Это уже на уровне рефлексов. Ко мне пришел дрон на разведку. Да не, если включить постоянное отображение индикаторов здоровья, то от альта можно отказаться. От этих движений непонятных. Угу. И вот здесь можно вообще застроиться хорошо. Правда. Серьезным количеством пилонов. Можно. Не хватает минералов. Я думаю, это не нужно вообще. Дальше пилоны не нужны. А здесь можно строить. Так, давай на всякий случай обезопасим себя. Пул строит далеко. Базу мы у него, скорее всего, отменим. Более того, я отсюда смогу же еще стрелять по... Вот так вот смогу стрелять по части рабов. Надо было фотонку сделать позже. Да, чтобы он не смог просто так взять и отменить. Это косяк. Надо было дождаться, чтобы была возможность отменить этот. Он, скорее всего, дальше пошел базы строить. Мне нужно самому Нексу заказывать. Проверяем у него здесь базу. Вот она строится. Он некоторое время будет отбивать ту, которая слева. Ну, то есть не ту, которая... А, блин, фотонки не достают. Капец, фейл какой. Огромное количество минералов я сейчас проспукал. И собираюсь профукать еще немножко. Но мне уже не дадут это сделать. Да, не дадут. Капец. Сейчас даже хп не отображается. А-а-а, по нажатию альта. Окей. Ладно, развиваемся. Начало не очень. Вообще можно было попробовать побыстрее сделать гейт и отыграть, попробовать через варп. Но я же забыл все, как обычно. Квина подошла, увидела, ушла. Здесь кривая застройка. Надо разобраться с этим альтом, надо разобраться с этим. Сейчас вообще индикаторы здоровья не отображаются при нажатии на альт. Переучиться, я думаю, я смогу все-таки. Да, заказываем рабов, переводим парочку отсюда. Готов гейт, кибернетка. Давай зелка на проход. Ой ты, господи. Так, но он увидел, что
Защита здесь есть какая-то. Что я хочу? Фастергейт? Какой фастергейт? До кибернетки. Фастергейты не строят. Меня сейчас немножко демотивирует то, что даже... Гиперплеер поддержал ваш канал на сумму 2500 рублей. 2,5 косаря. Моя стихия. Двери не лук. Провижу грядущее. Я пришел из земных недр. Заводи уже в поровно. Хочется прийти с работы, сесть у камина, завернуться в пледик, посмотреть ламповый стрим, а не этот бесконечный челлендж в умершей игре. Бесконечный челлендж умершей игры. Ну, пацан прав. Раз задонатил. Чё? Бесконечный челлендж умершей игры. Ой, троллиссимо. Я выхожу с базы. Давай, роботикс. Черт все. Да, базу я хочу поставить. Вообще, я хотел делать грейтные гейты быстро. Была у меня такая задумка. Но черт возьми, где же... Мы ждем. Угу, и диверсии. Слава, слава. Вот сейчас выйдем с парой этих пацанов. Здесь вообще газелку бы поставить еще одну. Да раскачать еще. Тут фотонка не помешала бы. Хоть прям бросай и иди пили этот. Фуфан. О, Роучи. Ну. Разработка завершена, ну, выбил. К сожалению, у меня там гейты. И... О, там кто-то мелькнул. Да. Сейчас отваливаются пилоны просто. Я вижу, что Троучин. Просто хочу проверить эту базу, открыть гейты. Здесь вообще еще один газ надо поставить, пилон хотя бы. У нее здесь база есть, никто не сомневался, в общем-то. Но свеженькая. Два выстрела. И все, и сразу минус. Псы идут. Я делаю шары. Хотелось бы, конечно, еще пса запилить. Требуется больше виспена. Угу. Пилон поближе. Здесь. Всем нидус, пацаны. Требуется больше виспена. Я здесь. Среди теней. Что-то как-то не очень. А можно тут почаржить? А не нужно чаржить. А почему ее так мало, такой вопрос? А, пес. Очень странная атака. Настолько невнятная. Я такого нидуса очень давно не видел. Видите, проблемы есть с газом. С газом определенные. Здесь еще, кстати, газилка не полностью. Здесь два не добывают. Поэтому делают только зелков. И только шары. Беру виспа с собой, иду в атаку. Нельзя в атаку ходить без коры. Но кора появилась. И атака типа оправдана. На самом деле нет, конечно же, даже в такой ситуации она нифига не оправдана. Приходим, смотрим, бьем. Пенала, как говорится, Адун. На слизи, да, на слизи проблема. Мы
Не, надо... Вообще нужно наносить удары такие волнами, так скажем, волнами, чтобы... Чтобы как раз успевал откатиться все, что можно, что нужно. То есть каждые 20 секунд приходит hello. Наверное, так. Грейды, сумеречный совет я еще не сделал, потому что не хватало все время ресурсов. Сейчас у меня просто нет. Просто нет. Тут, кстати, место очень хорошее для... Еще шары пошли. Давай парочку сюда. Парочку сюда. Какая грязь. А представляете, люди еще контролить будут. У нас есть. Это же дико. Убиваем у базу. Да заказывают так, да заказывают так, так, так. Отступаю. Еще два шара. Сейчас попробуем на четвертую базу к нему сходить. Но это, по крайней мере, товарищ такой, нерасторопный. С ним мне повезло. Я живу. Так, давай сделаем блинк, наверное. Что-то не блинк, не похоже. Заходим сюда. Тут слизи нет. Только-только ставят базу. Ну, вроде все тогда. Вот, ну, грязь же. Мяса не хватает только. Шаров больше, чем юнитов. Надо добавить гейтов. Хотя нет, денег особо не хватает ни на что. Можно перевести рабочих с мейна. Тут все равно минеральные поля того. Можно заказать под архончиков, под будущих темпларню. Здесь открыть гейты. Мое сознание пробудилось. Ну вот и все, сейчас следующая атака на новоподстроенную базу вот сюда вот. Можно вообще шарами ее убить, просто фокус по базе и все. О, взорвался в себя. Возрождение. Я в люру пытаюсь. Понаддавался этот знатно. Ну люра. Люра, и я и свои же шары. Но главное, шары не отдал. Кстати, надо слоу кинуть. Он же не может люркеров быстро пере это самое, правильно? Не может. Сейчас подойдем аккуратненько. Кинем сюда. Раз, два. Раз, два. И все как бы. Ну как-то так. Где? Да халява. Если еще контроль будет нормальный, то это давай пока земля. Без слизи вообще не вариант сражаться. То есть ты в любом случае, если правильно пущено все было, ты потеряешь там что-то. Почему ты пробку в атаку не берешь? Ну, потому что мне жалко пробок. Они такие маленькие, призваны работать, добывать минералы. А не погибать на поле боя. Ну, едем дальше, пытаемся подняться со дна алмаза. Игры идут достаточно медленно. Чёртова имба, согласен, согласен. Призму, да, призму надо. Да призму можно было сделать значительно раньше. Да, дроп шаров на рабов, например, тоже отличная тема. Хватило бы на все это внимания, и будет вообще хорошо. Так, ну этого я точно буду застраивать, хватит. Причем застраивать сразу же. К черту все. Да, пойдем вот так вот. Вот так вот. И, наверное, второго рабочего тоже снял. Надо будет паузу после этой игры сделать, чтобы еще в настройке, чтобы индикаторы здоровья отображались должным образом. И, возможно, выдрать кнопку Alt.
Пробую бачком. Вижу, он меня тоже увидел. Но здесь в три пилона застраивается просто изумительно. Хватило бы ресурсов, но уже как бы хватает. Но я на этот раз поставлю вторую фотонку только после того, когда... Надо только узнать, сколько строится, собственно, база, сколько фотонкам. Пойду провоцировать сразу наверх. Наверное, пора уже. О, пул неправильно стоит. Тогда все силы сейчас буду вкидывать в то, чтобы отменить ему пул и потенциально второй газ. Ну, а здесь, наверное, гейт все-таки даже. Не базу, а... Эй, ребят, тихо. Так, база достроилась, фотонка достроилась. Здесь пойдут сейчас... А, он пойдет вторую строить там наверху. Надо спрятать пробочку. Газилку. Сейчас по фасту варп еще сделаем. Если строит хату, я... Аккуратно его и здесь. Пул отменяется. Да, практически идеально. Минус хата, минус база. Тут до застра... А, он тут уже... Клэп-клэп. Что клэп-клэп? Клац-клац, ты хотел сказать? You're so good. А, типа хлопает, типа ты. Ай да молодец. Начинает грызть пилон, ну бас. Тут парочка рабов сюда, сюда. Пожалуй, вот так вот. Он сгрыз пилон. А, нет, уже фотонка сгрыз. И ведь справится. Блин, если бы я чуть раньше это сделал. Но он вырубил... Что он вырубил там? Гитов добавим. Да, до 4 гитов. Снесли пол, снесли базу. Можно было и третью. Я почему-то подумал, что рабочий, выходящий туда, он... 4 гита хватит мне? Думаю, да. Сначала надо Mothership Core. И этих. Причем лучше... против собак сделать. Требуется больше виспена. Грейт на гейты. Но он прибежит ко мне. Сам строит рабов. Так, давай сделаем буст на Nexus. Ой, в смысле на варп. И темпостами сейчас пойдем воевать. Темпостами. О, собачки прибежали. Пофиг. Он проверяет базу. Я очень криво рабов. Одного оставлю. Перворожденные выстоят. Так, ты справишься. Слава Далай-ламам. Слава Далай-ламе. У него третья хата. Ну, с ней это все более-менее понятно. Слава Далай-ламе. Мы ждем. Направляем. Три квины. Перворожденные выстоят. Надо сталкеров доделать. Слава Далай-ламе. И скоро уже... Так, а давай-ка ты собак пойдешь, найдешь. Перворожденные выстоят. И сюда. Слава. Не, не сюда. Я столкнулась с противником. Когда там все, сейчас доделается грейт. Тут уже. О! Разработка завершена. Как бы не отдаться, блин. Все мы. Наш пилон атакован. Давай, Оля.
Рэй, Веджеры. Так, давай-ка сюда. Я здесь, среди теней. Куда нам направить? Get cancer, говорит. Пустота. Добрый какой. Мне надо брать, ставить базу, потому что любое за... Если затянется... Если эта тема затянется, то все плохо. Среди теней. Как мне там этот бьет? Бьет. Так, давай-ка попробуем вот сюда вот. Я, что ты? Мы едины с тем. Отвлекаем. Эти наверх, как там? Нормально, нормально. О, отлично. И еще четырех сталкеров сюда. Он должен сейчас делиться. Здесь просто минус все рабы. Он так расстроен сейчас. Месторождение минералов истощено. Он выходит с этими, со своими... Я здесь, среди теней. Враг познает нашу ярость. Полетка строит. Хорошо. Хочу. Я... О, нормально. Месторождение минералов истощено. Еще, пожалуйста. Немножко. Столкнулась с противником. Месторождение. Тун-тун-тун-тун. Я здесь, среди. Да свершится правосудие. Много квин. Очень. Переводим рабов сюда. У него мейн должен заканчиваться, по идее. Рейвджера потерял. Я ведь не вижу еще, что там по... Мои навыки пригодятся. По уровню здоровья. Я столкнулась с противником. Бас. А тут все. База атакована. Я не буду слушать тебе вечно. Не, надо больше сталкеров расседаюсь. И дожмем. У него базы нет. И как раз пока он. Ай. Среди теней. Ой, собаки еще добегают. ГГ пишу. ГГ. Ну так, чтобы на ума не было. Так, теперь надо здоровье, здоровье... Ой, в смысле, да, эти... Шкалу посмотреть. Так, настройки... Настройки, игра, отображать индикаторы. Определяй способ подражения при выборе целью, при выборе только выбранных боевых, при поврежденных с неполным прочностью энергии щитов или всегда. Давай для поврежденных попробуем. Так, что с альтом-то делать? Да, может, и ничего. А, стоп, там говорят, стоп, а как отменить поиск? Я ищу. Нет, 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 все. Говорят, что настройки, хоткей, глобальной группы управления, говорит Стрэндж. Настройки. Хоткей, это горячие клавиши. Глобальные, ох, ёшки-матрёшки. Камера и чат, группы героя, предметы, зрители, повтор, боевые единицы. Индикаторы здоровья. Ваш индикатор, индикаторы союзников. Предыдущая подгруппа, Shift Alt, нет, Tab. Alt G, нет. Alt рельеф. Левая отметка. Пауза в игре. Группы. Создать группу. Ctrl, Shift, Alt. Создать группу и забрать боевые единицы. Вот оно. Ох,
Все, теперь все будет хорошо. Пацаны, все, теперь. Да, клавиши не назначены. Конечно. Нормально все. Все, спасибо Стрэнджу. Ой, нет, не то. Отмена какая. Я не туда зашел. Продолжаем всплывать со дна. Ах, господи. И играем против Фрозена. Протос, дуэльная карта. Против Протоса. Я надолго запомню ту игру, где как бы был полный миррор. Много-много шаров, и тут я подумал, блин, надо же как-то законтрить шаров. Надо построить колоссов, наверное. Они же вжик-вжик и издалека все сделают. Как я был неправ. И, скорее всего... Слушайте, а может тогда с иллюзиями разведочку? Забить вообще на роботикс? Могу потерпеть от дарков, если только оракулом или фотонками... Бом-бом-бом-бом-бом. Реально, через Сентрю можно сделать своевременную разведку. И не тратить время и ресурсы на роботикс на ранний для пса. Может быть. Не хватает минералов. Почему не добавил Аль для отображения? Вот не знаю. Вот, честно скажу, не знаю, что не добавил. К черту застройку. Развиваемся просто. Не хватает минералов. Нужно построить больше пилонов. Так. Давайте попробуем сделать хотя бы одного центрика, одним из первых юнитов. Для того, чтобы когда придет время строить здание на Т2. Хотя, наверное, вообще его нужно быстро строить, чтобы разведать, по крайней мере, там, экс. Ну, хотя эксп и так можно увидеть у человека. Да. Эксп и так палец. На такой карте. Он же не карманный, правильно? Значит, мы сможем забежать. Через сколько гейтов играть? Через пару, как минимум. Ну и что с Сентрёй? Фиг знает. Так, слушай, там не застройка случайно? А, ты хочешь мне газ заварить? Вообще изи. Снова поиграю. Поставлю базу тогда, раз он газ мне заваривает. Ресурсы тратит и сам в технологии идет. Ну, то есть, газ, как правило, заваривают тогда, когда сами ставят 2. Это значит, он потеряет 75. Блин, я рано спалился. Ой, нет, успел. Все, сейчас 2 барака, кора, скорее всего, даже 3 барака. Мазеркор сначала. Не, надо было звука делать, ребят. Ошибка. Мне все равно газ понадобится на базовых юнитов. Не зелками же воевать, правильно? Вот-вот, даже Грейт Эдит и не хочется ставить. А надо. Да свершится правосудие. Ладно, Кора стреляет, Зилот выходит, дальше Сталкер. А тут еще пилончик на защиту от его поползновений. Жизнь за Айю. А что я разведку-то не сделал? Кто не знает? То есть наверняка у меня какая-то идея была. Вряд ли. Молодец. Но хотелось, чтобы она была. Кто там идет? Сталкер. Окей. Давай-ка тогда буст сюда. Ой! Ой, я понял твой план. Я здесь. Ой, все. Среди теней. Ой, там летит уже кором. Сейчас там будет оверчардж. Дичь какая. Мы ждем. Я здесь. Так, пошел заряд у него. Игру
Да ладно, вот, вот так вот ты хочешь, что за сори, сек? Корбу его отстрелить, но если полезу, сейчас там такой дамаг пойдет. Наверное, надо как-то кайтить, разменивать читы юнитов, чтобы он тупо Нексус не убил. Поехали. Игра продолжена. Требуется больше. На наши зомби напали. Не, ребят, давайте мы не будем тут. На наши зомби напали. Он еще гейт строит. Так, стоп. Еще один оверчардж. Надо было газ ставить. Я газ не поставил. Я здесь. Половина уже Нексуса того. Усиление все. Нет, сталкер. Капец. Разработка завершена. Я открываюсь. Там уже Нексусу плохо. Я здесь. Зрите. Требуется больше. Идут сталкеры. Да как, откуда? Да капец. Я здесь. Минус Нексус. Да дичь. Там же 25 маны, вы говорили. Так, иди ставь базу сюда. Хватит. Я здесь, среди теней. Блин. Я здесь. Кто? Среди теней. Оракул. До свидания, в общем, Миша. Наш ласковый Мишка. Он сильный впереди. Настолько сильный, что просто страшно себе представить. Да потому что, блин, во-первых, прозевал строящиеся пилоны, хотя мог, по крайней мере, кору. Тут уже сталкеров дофига. Как так можно вообще? Как так можно? Я здесь, среди теней. Ну, конечно же, приходит еще тут. Я здесь, а что, он еще убивает сталкера? Кто бы знал. Икора минус. ГГ. Да, век живи, век учись. А сколько маны это стоит? Почему там? Я же видел 23. Или там бешеный реген просто у Мазершип Коры. И надо было ее убить, просто отфокусить. Короче, не заметил. Да я даже не искал, на самом деле. Не искал, не допускал таких три пилона. Надо такие вещи чекать. Ай, плохо, плохо, плохо. Ну и не доконтролил там в нескольких местах. Терял сталкеров. Поздно зелка сделал. Все равно зелка строить. Он же все равно пригодится при отбивании. А если бы пораньше поставил газ, побыстрее был бы второй сталкер. Тоже было бы вероятнее. 15 маны стоит? Блин. Кажется, писали 25. Надо было самому проверять. Так, сейчас Тиран. Сегодня, кстати, Тиранов, кажется, даже не было. А играем мы с Тиранами как? Кажется, через стимпак я хотел. Потому что... Ну, роботикс, сталкеры с этим... С блинком. Для какого-то контроля, маневренности, отбивания дропов. Для отбивания дропов обязательно пилон в рабах во всех всегда. И ну и потом темплары. Темплары шторм фидбэк. Все, мы встретились, он здесь. Через атаку отправляем, газ ставим. Можно попробовать. О, он рампы застраивает. Это интересно. Хотя барака на рампе-то нет, но все равно неплохо.
Ай, ты хитрец. Видели? Ну, здесь уже люди что-то начинают контролить. Зачем им это? Я ума не приложу. Но вот, вот как-то так. Вон он. Настырная пробка. Делать ли... Не буду халявить. Поставлю все-таки гейт сначала, а потом уже от базовой разведки какой-то. Я одну газилку только видел. Если бы чуть больше задержался у него. Глядишь, ситуация была бы другой. Мазеркор следующим. Требуется больше виспена. Ага. Ну и в агрессивненько пойдем. Наверное, даже с экспандом. Я здесь, среди теней. А, Рипер. Мы... Ха, короче. Она урон не наносит, это мина, но отталкивает рабов. О, понятно. Рипер пошел. Я здесь, среди теней. Не, урон наносится. Сионная сеть установлена. Я здесь. Ресурсы копятся. Третий гейт ставлю. Иду наконец-то на базу. Рабочие толкаются. Чашка мешает. И пошли сюда. Слушайте, а у него-то базы нет. Что это? Как это понимать? Ну, скорее всего, она сверху ставится. Просто он попытался. Но лучше перестраховаться. То есть лучше, наверное, поставить роботик сейчас. Бусты надо перекидывать, если не юзается. Среди теней. Усиление псионной сети. Мародера вижу. Разработка завершена. Открываются гиты, там тупят рабочие. Кинала. Открывается, открывается. Так ставим. Псионная сеть. Я рабочих недозаказал, увы. Вроде рабочего подрезал, но нет. Сумеречный совет надо было сделать. Наверное, второй гейт. Этих назад. Тут опса. Приказ получен. Фугас уже. Ну давай рабочий. Тут гейт. Еще парочка сталкеров. И, конечно же, надо было лететь, смотреть. Кажется, там какой-то выход вообще с одной базы. Можно было перевести четырех рабов на эксп. Еще одного заказать такого. И Мортала сделать. По лимиту все ок. Лучше Мортала забустить. Газ, газ. Пилон бы еще такой агрессивный на... Ага, выход идет на базу. Марики, мародеры. Тут бы грейд на блинк. Не-не-не, Дэвид Лайн, ты че? Вообще его с имами можно пропушить. Сейчас, если бы у меня было два иммортала, можно было пропушить. А у меня один, и то черт знает где. Поэтому я просто использую то, что... Ну, я быстрее его нычку поставил. Соответственно, по экономике все ок. Мы ждем. Медовак есть. Попробую сбить. Рона,
Так, Immortal пошел так стрелять. Ему сложно отступить. Очень все плохо. В плане ресурсов у меня. Не хватает призмы, но он... Я здесь. Он улетает. И, кстати, не улетит, судя по всему. Прикола нет. Да, это вяленький ваш товарищ. Был бы рекол, был вообще магический. Все. Нет. Хватает то, что есть. Нужно построить. Да, ключ. Да, я понял. Место рождения минералов истощено. Возвращаемся. Сейчас он дропчики будет делать. Причем один будет слева. Скорее всего. Дропчики бы словить. Нет, просто выход. А что там за выход? Вообще никого нет. Ладно, тогда. Еще до варп. Я здесь. И с блинком его додавим, я полагаю. Да, должны. Грейд на атаку. Еще пилонов не хватает. Че он не делает? Блинки есть. Призму надо сделать было. Тоже давно. Поехали. Место рождения меня. Проатаковал я своих. Все. Оклик. Давно можно было окликнуть. Я здесь, среди теней. ГГ. Пробка бы с собой пилон. Да, это же помогло бы. Но я не думал, что... Ну, можно было ее после успешной атаки сделать. Хотя лучше брать до. Это небольшие затраты, а в случае чего может очень сильно помочь. Едем дальше. Этот Терн, конечно, повторюсь, был очень слабым. Опять альт жмешь. Жму. Грешен. Завтра будет турнир по Старкрафту. ГГ года. И с Поми мы начнем комментировать. Ориентировочно в 19.00 начинается, кажется. Призма, а не варп. Нормально. Да, ну призма лучше, да. На пилон 16 секунд будет. Какие 16? Вроде не 16. Опять Протос Дивайн, вроде мы с ним уже сегодня играли. Не помню, правда, что там было. Но он был. Он точно был. Карта очень большая. 4 респа. Соответственно, фаржу мы откладываем. И лучше здесь, наверное, сыграть через один гейт Нексус. Чтобы получить преимущество только за счет того, что... Такая карта. Или может даже 15 Nexus поставить. Защищаться здесь весьма удобно. Всего один вход. Хоть рампа и широкая, но... Не, наверное, такой не слишком халявный вариант. То есть гейт и Nexus. Или гейт газ даже Nexus. Ох, тяжело. Ладно, газ на двух рабов. До пилона. Да. Да. Этим рабочим нет, следующим. Нет, этим. Двумя рабочими, чтобы не было легкого штрафа по третьему, но с другой стороны, чтобы... Да, как-то так. И практически рабочий нон-стоп строится. Удобно. Поехали на разведку. Сейчас кибернетку обязательно, потому что в сравнении с корой, тот же самый зелок, можно уже, наверное, ставить второй газ. Вообще нужно ставить второй пилон. Это правильное решение.
Хорошо, что я еще не успею упереться в supply блок. И сейчас нужно достроить второе, скорее всего, даже и третий гейт, чтобы компенсировать тот факт, что сами гейты появились у меня позднее, чем у него. Мазеркор. О, встретились. Мы с ним, кажется, на противоположных респах вообще находимся. А все, можно точку сбора менять. Рабов сюда. Третий гейт я лучше сделаю здесь. Еще одного рабочего. Ну, он, скорее всего, тоже играет через эксп. Но пока я этого не знаю, лучше не проверять. Да, он тоже слева. Так, а дальше что? Дальше хотел фениксов типа играть, чтобы шары как-то контрить. Прям так фениксов сходом. Ну а чего, да? Гейты, да? О-о-о-о. Забегает уже своими. У него не нычка быстрая. Здесь, среди теней. Прям точно. Вот он. Туда или туда пойдет? Сюда пойдет. Капец, как же. Я здесь, среди теней. А он может отменять эту? Телепортацию же он может отменять. Среди теней. Да. Слушайте, а в умелых руках-то это вообще же зверская штука, нет? Мне кажется. Делаю Старгейт. Надо их просто пораньше встречать. Где-нибудь вот здесь вот. Опа, я что-то его не нашел. А, у него экспа просто нет. Опасно, Михаил, опасно играем. Открываем гейты. А вон он опять здесь. И здесь кто-то остался. Ё-моё! Не хватает минералов. Я здесь. Хорошо. Ну, плохо, потому что он, как вы видите, оленит. Мне нужна грелка, наверное. Требуется. Конечно. Требуется больше виспи. Не, его больше. Я здесь. У него просто больше сталкеров. Ну, больше лимита. Да свершится правосудие. Так, давай-ка пилон. Пилоны какие-то дикие в плане обороны. Среди теней. Очень дикие. Что ты предложишь? Я здесь, среди теней. Все мы. Наш пилон атакован. Недостаточно энергии. Да дичь. Открываю гейты, варп делаю. Он продолжает улынить с одной базы. Я здесь, среди. Но я вроде отковыриваюсь потихонечку. Главное. Здесь, среди теней. Ох, понятно. Я здесь, среди теней. Веди нас. Здесь меня уже много, я его. Мои навыки пригодятся. Я здесь. Среди. Там он атакует. Какие они плотные, а?
И дронов нет. Ну, я не хочу, чтобы он нападал. Я хочу его раньше при это самое принимать. Сионная сеть установлена. Ок. Я здесь. Все, в атаку идем. Мы на пути. Приказ получен. Загружаем. Ок. Так, что он может? Он может сейчас как-нибудь резко в... Знает, что у меня нет детекторов. Мы ждем. Да, ГГ. Ладно. Ладно, проехали. Очень-очень-очень-очень-очень в защите помогают пилоны Overcharge. Очень-очень-очень. Это круче, чем фотонки. Это дешевле, чем фотонки. Грамотно надо ставить только пилоны. Помнить про Mother Core. Помнить про... Ну, про сам, в общем-то, факт того, что Overcharge на пилоны — это дикая вещь абсолютно, появляющаяся практически в любом месте. Вот если бы я, например, нормально поставил пилон у себя в рабах, я мог Mother Core не со сталкерами держать уже, а мог его просто над этими темпестами. Хотя туда как раз лучше сталкеров, потому что они достаточно мобильные и могут уйти. Да, пилонов у Нексуса было бы хорошо. О, Вить, привет. Да, у нас тут алмаз. Алмаз на дне алмаза. Играем против зерга. Зергам интереснее всего, то есть халявнее. Если он строит землю, ты убиваешь его шарами. Если он строит воздух, по крайней мере, мутка убивается фениксом. Главное, чтобы бинды не слетали. Как это у меня бывает. Ох, какая не очень-то карта. Широченные проходы. Я сразу попробую застроиться вот так вот. Но, с другой стороны, карта большая, поэтому... Вряд ли он быстро меня найдет, но будем плясать от второстепенной базы сразу же. То есть от Nexus, скажем, даже 15-го. Вопрос только через фаржу или через гейт. Их понерфят скоро, вместо 25 энергии будет 50 стоить. А, эти оверчарж пилоны. Ясно. Ну, весьма заслуженно, на мой взгляд. О, я сразу его нашел. Сразу нашел, вижу, что он идет ставить мичку, поэтому сам не парюсь, ставлю базу. На тебе. Сразу на следующую пошел. Серьезно? На какую, на эту, что ли? А не далековато ли тебе базу там строить? Или это разведка такая у тебя? Он сюда вот пойдет ставить. Ну, я через фаржу, учитывая то, что у него база, которую он не может поставить. Кажется, вот он здесь запилил себе. Да, хату, которую я буду сейчас тоже застраивать. Какие молнии летают, жуть. Ну, в первую очередь, экономика. То есть рабочий строится все равно нон-стоп. Нычка у меня все равно раньше. Главное не потерпеть здесь по пробегу. Может быть, даже построить... Нет, сначала фотонка, извините. А потом уже здесь фотоночку. Не хватает минералов. И точка сбора сюда. 20 рабов перевожу, 4. Ловким движением руки, легким. На. Отменить может. Не хватает минералов. Да не, у него, как он тут отменит? Он же хочет, прям тютелька в тютельку достроивается. Не успеть, не успеть, не успеть. Еее, Т значит тайминг. Проверяем еще пару баз. И все, дальше газ, развиваемся. Он сейчас может попробовать соленить с одной нычки. Я бы так сделал на его месте. Потому что тупо обидно. Ну, либо построить где-нибудь золото на халяву. Это тоже опция. А мне нужно сразу две газилки. Да, он бежит ко мне уже. Ладно. Надо застроиться
пока что... А, он же может дропнуться ко мне. Ой-ой-ой-ой, забыл, это же зерги. Капец. Давай-ка гейт еще один, а. А, он зерглинг пытается отбиться. Успехов ему. В этом нелегком начинании. Так, давай этого, как его, Темпеста туда. Ты что, отобьется, что ли? Да хрен там. А вот у него где база. Понятненько. Ладно, поставлю сюда пробку. Сделаю кору. Рабочий-рабочий. Еще одна газилка. Грейтные гиты. Сюда. Эй, псы. Слава Деламам. Деламам слава. Хочу еще построить пару... Да, вот так вот. И пойти к нему вот как-то... Как-то сюда. Грейт на атаку. Против собачек. Наш пилон атакован. И здесь пилон сожрал. Сколько у вас там псов? Ух ты, псов-то сколько. Мне гейтов не хватает. На это все. Все мы. Ну, собираемся. Перворожденные выстоят. Усилий. Надо подпушить его, ребят. Нужно построить больше пилонов. Таким количеством выходить с базы. Ну, это смешно. Просто смешно. Я здесь. Не хватает минералов. Атакуем оверлорда. Пока ручками заказываем. А, не выйти. Ну, сталкер вроде мочит. Сталкер выходит, овера убили. И с собой надо взять, естественно, рабочего одного. Он чувствует, что грядет. Но он не прав, конечно. Собака дает. Пытается прикрыть, но это потрачено, конечно же. Огромное количество рабочих. Роучи, правда, выходит уже. Делаю слоу. Отрезаю к вину. Тут пара пилонов. Я здесь. Открываем гейты. Все, вроде бы. И легкий подвар. Здесь добавлю гейтов парочку. Очень медленно варпается сталкер без барака. Я здесь, среди теней. А он уже того. Ладно, 8 бараков должно хватить. Да, он рабочих здесь потерял, но было бы все равно близко. ГГ. Так, ну здесь халява. Увидел, что строит базу, не дал поставить первую базу, застроил вторую, сам поставил свою раньше даже, чем ту первую, которую он пытался поставить. И, конечно, это надо было просто собраться и пропушить вовремя. Ставь Nexus на довар, потом отменяй его. Да ладно, хватает? То есть можно реально ставить Nexus и даже если он не достроен, то можно довар делать? Да, это халява. Просто халява. Был уже этот товарищ Зерг. Кажется. А может, это он как раз и был сейчас. Ну, это очень халявно. Это должны пофиксить, конечно. То есть эти 400 минералов в лейте, это... Где угодно можно взять. Не хватает минералов. Не уверен, что буду играть в фаржу. Хотя на этой карте зерга с фаржой убивать еще приятней. Нужно построить больше пилонов. Да, потому что там карманный эксп.
Но если это был тот же самый, будет, конечно, как-то неловко. Да какая тренировка, если играть через застройку, правда ведь? А с другой стороны, если можно часть людей выиграть через меньшими усилиями, почему бы и нет? Хату не строит. Опа, 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 опа. Не, я, конечно, пилон поставлю. Но мне кажется, это чизерок. А не чизерок ли ты? Не, не чизерок. Он просто поздно выходит. А я еще, кстати, кривый пилон ставлю. Блин, какой он беззаботный, а? Давай, да, заходи, конечно. Пойду базу поставлю сам. Да, он не убьет там теми рабами. Возвращайся просто. Ты будешь второй группой. А ты заказываешь базу. У него нет пула, у него сравнительно поздняя база. А, не, он тремя работами, рабочими грызет. Вот это плохо. Так, начинаем бить. Раз, два, поэтому раз, оп, два, поэтому раз, два. Видели сейчас, что было? Не, вы видели? Просто это вот... Сейчас был такой тимплей, синергия. Просто рабочего не убивает с первого раза. Ой, это что такое? Не хватает минералов. Все, отмена? Отмена, Хьюстон. Так мне его жалко даже. Нет! Ирод. Воу-воу-воу, полегче. Меня обманули. Ой, кривая застройка, ну ничего. Лишнее. Что проверить еще? Давай вот рабочего сюда. Тут газ добываем. Я хотел сделать вообще кибернетку после гейта. Ну как-то не удалось. Рабов строим. Криво, все криво. Ну хоть рабочих строим. У фотонки 7 килсов. Да, давай газ. Давай здесь еще один пилон. Здесь надо, естественно, сделать... Не знаю, что сделать надо. Зелков не хочется строить. Давай грейд на атаку закинем. Все равно же пойдем. Не знаю, я, во что мы пойдем. Иду я пока в двух сталкеров. Делаю апгрейд. Добываем газ. Продолжаем штамповать рабов. Кора нужна. 15 рабов, кстати. Давай еще одну газелку поставим. И корм. Пробка уже намыливается там. Без моего ведома на нычку выходи. Я здесь, среди теней. Уже здесь база. Наглец. Ну, а если серьезно, я не могу с этим особо ничего поделать. Да свершится правосудие. Только самому выходить на эту самую базу. Мы ждем. Все мы часть. Подрежу рабочего, так по возможности. Я здесь. Он под халявию вливает. Я хочу вместе с Корой поставить базу, потому что просто она же может, если что, рекольчик сделать. А раз так, я смогу свалить. Плюс отвлечение внимания от... Сионная сеть установлена. Что? Получается, от своей базы. Ой, Квина. Я все сделал, гад. Я думаю, надо делать Мортала.
Тут нужна фотоночка. Не хватает минералов. Что, просто так просто отдастся, что ли? Давай парочку часовых. Газа много, леса мало. Леса. Улучшение завершено. И все реколом, как бы. Открываем гейты. Улучшение, это, видимо, оно. Или плюс один. Плюс один. Надо посмотреть еще, кто выйдет из яиц. Мне любопытно. Среди теней. Так, и здесь разработка завершена. Заказываем раз, заказываем два. ВБ делаем для шаров. Роботикс. Да, и здесь базы нет. Ну, халява, у него две нычки, он сейчас может только выйти так, хопа, и убить меня. Если что, реколы, до свидания. А кто вот входил отсюда, непонятно. Или подойти посмотреть. Ребят, как вы думаете? А, ну понятно. Он поставил нычку справа, делает роучи. Окей. Третья база, так третья база. Я не против. Единственное, что... Тигиты надо открыть. Газилки поставить. И... Ой-ой-ой, Нидус. О боже. Вообще это опасно. Разместите строение в энергетическом. Я здесь, среди теней. И здесь тоже. Ё-моё. А можно вот так вот верчаешь хотя бы? Ага, спасибо. Ребят, за работу. Нападение не повод отлынивать от своих непосредственных обязанностей. Ребят, мы тоже назад. Доштамповываем. Ну, я бы сейчас с шарами напал. То есть взял так, подварпал бы. Фигни всякой. И взял бы с тремя шарами на эту тему на всю. Тут опять Нидус. Да что ж ты будешь делать? Ой. Да, я понял тебя. Нет! Капец. Отличная на муви отдача. Бах. Вот гада надо убивать. Да я помнил этого оверлорда. Но как-то взглянул на мини-карту и не увидел его там. Я здесь, среди. Мое сознание пробудилось. Поехали в атаку. Что здесь? Что здесь? Давай четвертую базу. Заканчивается мейн. Кого-то встретили по дороге. Всего два шара. Грейда на атаку, у второго нет. Прикол есть, если что. Так, три шара, это уже лучше. Да сколько можно, ну? Строишь их, строишь. Усилий. Все мало. У нее тоже три базы. Мое сознание пробудилось. Нужно построить больше пилонов. Так, давай-ка колоссов сделаем. Недостаточно энергии. Пикап! Ах ты, гад. Ай! Перекол не сделать. Да, контроль. Это не про меня. Я здесь, среди теней. Не хватает минералов. Мое сознание. Просто не про меня. Мы едем. А пса еще бы сделать. Давай сделаем так, так. Я живу. Так. И так. Блинк нужен. А псы нужны. Рекол, если что. А где Мазеркор? Мое сознание. Не убили Мазеркора. Или Мазеркор. Шаров очень много. Мои навыки. С собой, естественно, никакую призму я не беру. В который раз уже.
Надо проверить четвертую базу, если честно. Так, здесь блинк делаем. Четвертой базы вообще не макрозерк, вообще не макрозерк. Такой пофигист. Ух ты. И даже здесь базы нет. Давай, чё, кунг-фу сильнее, твое или мое? Нет. По слизи очень хорошо бегают. Очень хорошо, прям очень хорошо. Он контролит, реально, контролит. Вот экономику не делает, но контролит. Что с такими делать? Понятно. Я попробую темпларни сделать. Штормы пусть тоже контролит. Открываем гейты. Можно лимит 100 сделать, тоже как вариант. Ой, в смысле, 100. Стоит в Варкрафте 100. Пару апсов я хотел. Апсы есть в армии? Есть. А почему слизь не убиваем? Я живу. Шаров масса. Толку? Нужно построить больше пилон. Грейд на атаку не делаю. Я хочу на эту базу зайти. Он опять ее... Ну, не делает ничего. Просто не делает. Жуть. А вот это зря. Хотя нет, не зря. Реально контролер автобуса. Давай позиционно. Сделаем так, чтобы он должен был сам вообще лезть на меня. Можем же это сделать? Можем. Как? Не знаю. Ну, зайти на ту базу, которую он строит. Месторождение минералов истощено. Рона Хаши. Давай сюда зайдем. А, он ниду сделает. А, его не убить уже, что ли? Месторождение минералов истощено. Рекол можно сделать. Так, давай ВВ, ВВВ, ВВВ. О-хо-хо-хо-хо. Тут зелков немножко. В-в-в-в. Давай домой. Вот теперь хорош, хорошая позиция. Справились? Зелки справились? Не похоже. А чё так, я не понял. Да ладно, забей, давай рекол. Не выпендривайся. Воу! Запрашиваю подкрепление. Разработка завершена. Я не понимаю, вот, что происходит. Вроде я пришел у него базу убил. Вроде он сделал рекол. Зачем делал рекол? Ой, в смысле этот Нидус. Понятно, да, чтобы... Ну, у него сейчас денег нет. Не должно быть. Вообще никак, нисколько. Совсем не должно быть денег. Это мимикрит, бедолага. Наверное, стоит проверить базы халявные, которые он по логике не должен занимать. Сделать... Да, блин, ты достал. База атакована. Я живу. А сколько у него денег-то с двух-то баз? Не могу понять. Вроде бы... А здесь что? Понятно. У меня есть деньги, просто я смотрю сейчас на миникарту. В смысле, на этот, на правый верхний угол. У меня вроде есть еще деньги. Тоже не очень много, но есть. Бас у него нет. Но как добивать Дерга, я до сих пор пока не знаю. С таким контролем это, наверное, нереально.
По грейдам, может, что? Да, наверное, стоит. Мимикри там от старости уже сдох. Решил, что так проще. Требуется больше Виспена. Виспена что-то нет совсем. Еще немножко гейтов. Перевожу рабочих сразу на газ. Ну и... Да все. Надо идти в атаку. В грелки приходи. Да, надо и новые здания строить. Вы знаете, как это сложно. Ходки вспоминать, что там, как. Позиция здесь, конечно, может быть аховая. Ладно, штормим. А он только-только ставит мишку. Газовый гейзер иссяк. Рейвенджеры жесткие. Враг познает нашу ярость. А почему я не могу просто наступать? Мое такой вопрос. То есть вот так вот, вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Раз, два, три. Да пофиг же, у меня же много, а клик и все. Почти. Почти удалось. Отлично. На пофиг, как говорится. Враг познает нашу ярость. О, он снизу подходит, ребят. Это вот не очень good. Наверное, стоит потратить 6 косарей. Открыть еще полдюжины гейтов. И все-таки собраться с силами. Ой, шикарный рекол. Лучший. Давай, не знаю, дарковню какую-нибудь. Ну, я чувствую, что сегодня я уже... Мои полномочия как бы все, окончены. Да, да. Какое подкрепление? Кто там? Это не очень. Рекол года, да. Один из лучших реколов в истории. Хочу выйти на следующую базу. Видите, насколько мне не хватает. Я уже пол карты съел. А на этого зерга мне не хватает. Потому что рейвенджеры. С ними надо что-то другое делать. Как там дарки? Уже полдюжины нексусов. Кинал Адон. Так, ладно, чуть-чуть зелков. Слышь? Он прям контролер автобуса. Прям от бога. Все, я зарядил. Жду приказ. Зарядил и иду в атаку. Я выхожу из тени. Главное сейчас его прям... Ух! Понимаете? Да, давай, там тебя дарки режут. Не отвлекайся. Контроль, контроль как никогда не контролил. А клик. Давай, контроль. Контроль, контроль. Жадного бобра не победить. Греги, бах-бах. Окей, хорошо. Здесь нет апкипа, сделать 200. Ну, я стараюсь, но меня почему-то постоянно убивают с этим 200. Даже не знаю. 10 место в рейтинге. Такой ужас. А кого мне дают? Мне не дно дают, надеюсь. Вообще без рейтинговый человек. Это издевательство какое-то.
Он топ-мастера. Высшая лига. А, нет, вот он алмаз сейчас. А это 2 на 2 вообще, нет, фух. Фух, слава богу. Иди дай Зергу урок, как побеждать Зерга. Я не... Вы что, я вообще не понимаю, что происходит в игре. Я вижу, например, шары, они взрываются. Нормально, и строим шары, они взрываются. А, например, если против меня что-то строят, я не понимаю, как это контрить. Не пускай более одного-двух шаров за раз и контроль их. Сложно. Scissors. Ножницы, да? Кажется. Тиран. Сколько там времени у нас? Сколько времени-то? Когда? О, еще детское время, еще даже 11 нет. А я что-то расслабился. Не, не надо. Надо собраться. Может, лучше сделать перерывчик 5 минут, но потом три каточки катнуть. Так, тут, скорее всего, будет эксп у человека, как, собственно, и у меня. Я попробую сыграть поагрессивнее, тем более, что карта дуэльная. Как я могу сыграть поагрессивнее? А, кора нужна для подсветки того, что сверху. То есть давайте сейчас попробуем поставить задачу. Запилить пораньше второй газ и получить там первого сталкера плюс кору или адепта. Плюс скору как можно раньше. Вот, а потом попробуем его еще с под рампы, если он застраивает рампу, подзастроить. Для полного счастья. Не, рановато. Да, он застраивает рампу. Так, давай так. Рабочий сюда, рабочий сюда. Я пробку потерял, просто забыл, не стал ее контролить. Вот, вот что это за уровень? Это не уровень, это... Давай сплетанием рабочих. А нужен ли мне второй гейт? О, обязательно нужен. Обязательно нужен, это правильное, правильное решение, делай так. Все, сейчас достраиваешь пилон, берешь с собой вторую, еще одну пробочку. И строишь... Кого? Сталкеров или нет? Да, можно сталкеров, можно адепта. Можно адепта одного, потом сталкеров. Как-то так. Да? До. Точно? Фиг знает. Так, делаю Mothership Core и делаю все-таки сталкера одного. Еще одну... Он там инженерка, наверное, запилил. Да свершится правосудие. Не, не запилил. Ну, тогда идем. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Я здесь. Хорошо. Тут типа пилон сразу же делаем. Хочется базу поставить, но, кажется, я базу-то не поставлю. А можно, кстати, пилон первый поставить чуть ниже. Ну, так, чтобы он... Я здесь, среди теней. А сделай-ка пилон. Я здесь, среди теней. Пошла аркадка. Усиление пионной сети. Ой. А он поэтому стреляет? Нифига себе, я не знал, что можно стрелять поэтому. По пилону. Это ты, конечно, про свое счастье, про да. Работаем. Слушайте, попахивает халявой. Здесь, среди теней. Надо Nexus запилить. Так, давай-ка лучше не будем этот пилон. Лучше этот чар. Как далеко этот циклон стреляет. Лучше, наверное, стрелять по... Как это бесконечно можно делать? Слушай, это какая-то халява, нет? Я здесь, среди теней. Финал. Мы видим. Что ты? Все. Только контролить нужно.
Ну ок. Наш пилон атакован. Пилон атакован? Кто посмел? Рона Хаши. Я здесь, среди убьет теней. Последний оверчардж. Мои навыки пригодятся тебе. Ради возмездия. Слушайте, это какая-то халява действительно. Делаю гейт, делаю газ. Среди. Но контроля, правда, много требует. Ну а так-то неплохо. Где? Я здесь, среди теней. Да блин. На наши зомби напали. Там у меня в рабах что-то. Большие уже? Прикольно. Holy fucking luck. 2 seconds. Согласен. Я здесь, среди теней. Хочу... Да ездишь. Слушайте, это хорошая тема. Особенно если протестирован, который застраивает рампу. Пилон там практически никак не убить. Я и так раньше пушил с Корой и Сталкером. Ну, просто вот один барак. Ну, или два барака, Кора, Сталкер. Так тут еще и можно просто на халяву. Просто на халяву. Все, что у него на рампе есть, убить. Еще один Теран, отличная возможность поэкспериментировать и на этот раз. С адептами делать тогда врыв в рабов. Но сталкеры как-то универсальнее там и... Не хватает минералов. Хотя, наверное, не хватает мариков минералов. Адепты-то лучше убивают. Можно попробовать с адептами. Адепты еще быстрее прибегут, вот в чем плюс. Кажется, хотя не факт. У них базовая скорость ниже. Ладно, сделаем раннюю разведку. Поехали. Не хватает минералов. Ну, пилоны какие-то дикие. Нужно построить больше пилонов. Это что-то с чем-то. Сразу точку сбора к нему. Ну, проверим сначала, застраивают рампу или нет. Если да, ну, большинство застраивают рампу. Поэтому не вижу причин. Надо скорее второй газ пораньше сделать. И не втыкать тогда, когда... Так, начну газ собирать тремя пока здесь. Ой, уехал рабочим. Не доконтролил. А сейчас переведу. И вот я забыл второй гейт построить. Хотя я вроде еще успеваю. Укладываюсь. Рабочего, наверное, не буду уже больше вести, потому что он там на убой просто придет и все. Просто раскачиваем базу. Два раба там, два раба тут. Ну и сейчас отменяем рабочего и делаем мазеркор. Потому что от него зависит и адептов, да? Да. От него зависит, когда мы к нему прибежим. Может даже... Надо было второй барак, конечно, раньше делать. Видите, по таймингу они совсем... Совсем не то. Окей. О, Рипер. Я оставлю одного адепта здесь. Усиление псионной сети. Но мне что-то не нравится уже. Перворожденные выстоят. Так, и надо было сразу делать два пилона. Веди нас. Мы вернем. Я здесь.
А, да ладно, у него тут база уже. Не хватает минералов. У нас есть. Убиваю рабам. Оверчардж. Здесь средить. Какая грязь. Я здесь. Еще оверчардж. Так, давай нычку поставим, а то мне не нравится это. Я здесь, среди теней. Надо было в рабов идти, да, вот все этим. Враг познает. А тут рипер. Разработка завершена. Циклон пошел. Ох, я не успеваю. Нифига не успеваем. Надо делать роботикс. Открывать так. Делать гейты. Рабочие почему-то идут там в атаку. Чего еще оверчардж? Да, я... Ну, там рабочие, конечно, покатались. Это приятно, но... Но мне кажется... Ну и главное, на самом деле, главное, что я просто ему замедлил появление. Появление базы. Более того, я не хочу сейчас, в принципе, уходить от него. Лучше организовать здесь защиту какую-то. И раскачать нычку. То есть максимально постараться под, на этом пилоне постоять. Светит меня, видит роба. Я делаю апса. Открываю гейты. Он выходит. Пытается выйти. А он пилон отстреливает. Надо его отгонять таким образом. Ну и сумречный совет сделать бы, наверное. Это ВЦ. Еще гейт. Враг познает. Ай, выманил. Гад. Так, четырех рабов переведу сюда. Поставлю сразу здесь два газа. То есть следите за этим, за этим, за этим. Апса одного сюда. Антанг же стреляет. У нас есть. Окей. Ну, у меня база уже работает некоторое время, это очень хорошо. И по газу и так, поэтому я выхожу сразу на золото, учитывая имеющееся преимущество. А что я хотел против Террента вообще делать? Сталкеры Блинк, да? И этим. Как их? Да. Призму, кстати, дроп можно сделать тоже. Неплохо. Беру одного пса себе сюда, ставлю базу. Вижу, что он спускается вниз. Нужно построить больше пилонов. Марики-мародеры. Пилонов не хватает. Косяк серьезный. Поражу бы еще построить, учитывая имеющиеся ресурсы и даже, наверное, две. Будем следить. Есть у него морпехи. Заказываю рабов. Здесь гейт. Призма полетела. Давай трех зелков. Следим. От его дропа будем отбиваться. Отбиваться блинком. Просто следим за тем, когда он будет выходить. Тут по-легкому укрепимся, он выходит с танками. Ну все. Дроп я буду использовать только для того, чтобы... Не хватает минералов. Ой, плохо, ребят. Я не готов. Жизнь. Мне нужны оверчарджи, дополнительные не пилоны. Минералов. Еще бы имморталы сделать, но бабла нет. Так, газ минус, и так газа много. Тут... Рона. Надо варпать. Или не надо варпать? Я здесь, среди теней. Разработка завершена.
Тишина. Immortal на кору. Я здесь. Там разложен танк. Я увожу призму влево. Добавляю немножко рабов. Я готов. Нет, с Immortal надо идти. И под варп сейчас еще сделаем. Так, сюда дропаемся, поехали. Я здесь. Сбивает призму. А где у меня... Капец, как я люблю хоткей, это собака. Immortal должен был стрелять по танку. Она нужна. Я здесь, среди теней. Блин, вот почему? Почему в самый ответственный момент у меня происходит такой фейл? Он будет давить, понятно. Да свершится правосудие. Где? Я здесь, среди теней. Я еще без грейдов. Он еще выходит на золото. С мало того, что он меня поджимает здесь, так еще и... Так еще и, да... Я здесь. Правда, перестимпачился немножко. Да, он, кажется, перестарался немножко. Еще и морд. Ой-ой-ой, вот это плохо. Все, надо сейчас его пытаться ловить. Такая позиция у танка классная. Ой, там еще медеваки же. Да, дичь. Капец. Так переконтролил он меня. Еще финальная атака с этим, с медваком. Надо было сначала, конечно, атаковать, потом дроп. Сейчас он же скопил такую массу, это ГГшечка. Да, там танк, а что я с ним сделаю? У меня золото работает, танк наверху ГГ. А вначале так вообще хорошо все было. Поджал, поубивал, база раньше, экономика лучше. Жесть. Адептов строй, да зачем здесь адепты вообще? Против танков уже мародеров, мариков со стимпаком, там без этого, без шторма или этих. Ну хотя, если бы я сделал взрывающиеся шары, вряд ли он на них бы умер, учитывая стимпак и контроль. Что там еще раз? Мое мнение 3-3-3. А, фу. Пришел, пока кого ушел, называется. Фу таким быть. Блин, я не могу еще альтабнуться из-за... Почему не могу альтабнуться? А, альтаб не работает. Сам отключил кнопки альтаб в StarCraft в настройках. Так, а винда работает? Кнопка Windows не работает. Значит, я без чатика. Хотя там такую, если фигню, пишет товарищ. А кто Протос с палочками? Протос с палочками. Так, а если F10? Тоже не работает. Как выйти из StarCraft вообще, если альтап не работает? В настройках выключает только. Какая-то дичь. Наверное... Не, наверное. Не буду я делать fast exp. Лучше разведочку сначала. О-о-о-о. Да, понятно. Это у нас ученик кобры. Ну, просто зелка тогда пилим. Что за застройка нелепая, да? И еще достраивает буст на зелка.
Но пока он скоро пролетит, у него достроится, пройдет же миллион просто лет. Давай сразу два барака. Агрессивно его попробуем добить. И второго зелка, чтобы быстрее. Ржа. Ну да, попытка застроить. О, хорошо. Наши снайперят, пацаны. Вот ты нубас, наверное, слышишь еще. Вообще ты такой не очень. А, хорош. Приятно таких бобров убивать. Хотя тут фотоночка строится, надо, наверное, их ее сначала от того. Но есть же оверчардж, в конце концов, да, я могу сделать как? Могу сделать вот так вот, наверное. Угу. Ой, как же это плюс. Нана, Алена, бобра застраивать не всем дано. Вообще. Чувак, стрим опал под этим с палочками, типа никнейм скрыт. А, зашел, зафейлился. Ох, спасибо тебе за заряд. Я прям как вампир попитался твоим огнем. Погрелся прям. Прям так хорошо. Ой. Прям, ох, на душе тепло. Сейчас чатик сделаю, хочу почитать. Где там заблокировать? Вот заблокировать. Альтап. Ачивки даже за тебя дали. Прикинь. Хорошо. Когда у меня очки отдыха, кстати, закончатся? 255. Так, Джекс Эррор из клана Сейтан. Теран. Ну, отличный момент, чтобы проверить вот этот подпуш. Но мне больше нравится тема со сталкерами. Они как-то поуниверсальнее. Ну, хотя в прошлый раз вроде бы адепты пробежали к нему на базу. Может быть и... Но я не хочу пробегать к его рабам, я хочу просто наносить урон. Наносить урон по саплаям и прочим. Его хп ютун. Не хватает минералов. Нужно построить больше пилот. Не хватает минералов. А тема интересная. Жалко, потом пилоны пофиксят. Там говорят, на тестовом сервере много чего будет нерфить. Что уже там тестовый патч какой-то. Я хотел второй барак сделать пораньше. У него на рампе застройки особо нет. Давай второй газ сюда. Здесь добываем. Рабочий уходит. 23. Давай так и так. Получается. Да? И пилон сейчас. Да, пилон. Дальше сюда так, одного раба. Два барака, ок. И, наверное, буст можно перекинуть сразу после кора на один из гейтов. Это было бы верным. Ой, три барака? Надо было с ним допиливаться. Еще один газ. У него три барака. Посмотрим, можно ли запушить такую тему. А, у него глухая застройка еще. Да свершится правосудие. Так, буст пересылаем. Я здесь. Скоро летит.
Надо делать пилон. Не хватает минералов. Я здесь, среди теней. Ой, это плохо. Блин, жесть. Ну я там введу пробку на ней. Я здесь, среди теней. Мы ждем. О, плохо. Кагешечка. Я здесь, среди теней. Сразу базом, сразу в дефенс. Ну, чего, я не контролю ни хрена. Я здесь. Не проконтролил ни одно, ни второе, ни третье. Грейт на гейты. Не хватает минералов. Точка сбора неправильная еще. Что ты предложишь? Здесь пока эти-то я попробую. Мариков. Марики пока есть. Да свершится правосудие. Мы, крадущиеся, я, мы единицы. Я. Он видит, что у меня база. Не хватает минералов. Попробуем. Пустота. Холодна. Вот это плохо. Очень. Да, он грамотный. Ну, то есть он, что, видно, что... Контролер. Мои. Что? Сион. Усиление. И на рейндже по нему не пострелять. Еле-еле постреляешь. Мародер уже. И минус фора. Фора такая медленная, капец. На ваш канал. Фу, как мне отбиться-то от него? Возвращаюсь. Ну как? Кора нужна опять. Два раза отдал кору, пилон и все отдал. Он придет, скорее всего, с этим, с стимпаком. Надо пытаться... Даже не знаю. Не, пилон — это чушь. Достроим рабов для начала. Он все видит, все знает. И, наверное, имморталы нужны. Что ты предложишь? Да спеши. Давай сюда. Тут пилон бы на входе поставить еще. Четвертый гейт нужно сделать. Имморталы главное. Я здесь, среди тебя. Я здесь, среди тебя. Еще он может и дропы делать. То есть сумеречный совет бы хорошо. Сейчас после имморталы сделаю апса. И полечу проверять эксп. Ну, XP есть, скорее всего. Блин, как же неудачно-то его, а? Ну, ошибок много. Надо подгадать там этот тайминг. Когда пробка должна идти, чтобы не сильно палиться при этом еще. При всем. Скорее всего, это будет дропчик. Открываемся. У апса точки скоро не было еще. Еще одного имморталом. Почему-то он пользователь не пошел в атаку. Ки-320 активировал премиум на ваш канал. Ну я уже побаиваюсь его, прям очень боюсь. Что он что-то выкинет. Попробую сделать грейд на. Грейт на. Попробую сделать. Третья база у него нет, это уже хорошо. Марики выходят. А вот и база, да? Да, вот и база. Но у него далеко не вся армия здесь. Поэтому дроп где там. Попробую разделить тупо войска. И начать его... пытаться принимать. А нет, он просто в лоб идет. Капец, я взял выход, пропустил. Мы ждем.
Очень плохо. Сын Иммортала пытается убить. Очень много на этом деле теряет. Но напомню, что у него база третья раньше. Очень много. Он все просто сдал. У него даже армии здесь как таковой нет. Я, пожалуй, даже попробую к нему подойти. Минералов не хватает. Но блинк-то есть. Сейчас блинк доделывается. Вот как товарищ, с одной стороны, там так грамотно все делал, потом хоп, пришел и отдался. Направляем. Да, тут два медвака, правда. Удивительное рядом. Его достаточно много все равно. Ладно, ну, поехали. Да, его много. Месторождение минералов истощено. У нас есть цель. Я вернулся, чтобы служить. Ай. Нужно построить больше пилонов. Я здесь, среди. Нужно построить больше пилонов. Он пока ни одного дропа не сделал. А я боюсь его. Все равно дропов боюсь. У меня гейтов не хватает. Давай ВТ, наверное. Пару гейтов еще. Скорее всего, надо сделать грейд на... Так. Еще сталкеров. Сталкеры чистые. Такая чушь, конечно. А вот и дропчики летят. Чувак-то дропчик. Минус 20 лимита, практически без потерь. Хоть оп, сыграл. Видите, как хорошо. Так, давай здесь вторую фаражу сделаем. Есть пилончик, здесь рабочие. Грейд на атаку. Темплары там как? Пси пошел. Первые 4 темплара. Требуется больше весмена. Так, и следим за следующими дропами. Я думаю, надо сейчас газ в первую очередь подобывать. Пробить вот эти вот камни. Тут так. Тут так. Пользователь Random 4 Fan активировал премиум на ваш канал. Random Fan, спасибо тебе. Так, делаю армор, делаю ножки еще зилкам. И сейчас надо сделать психов и зилков. Следите, естественно, за его дропами возможными. Он, если ударит, то сюда, поэтому... Сделаю заблаговременно я... Так, ох, там какие-то вот эти вот летающие штуки. Вы видели? Видели? Какие-то жесткие летающие штуки. Так, а почему я тогда не здесь патрулирую, если там играет этого всего? Он куда-то выходит, кажется, на следующую базу. Нужно построить больше пилонов. Пилоны сейчас достроятся, все. Разработка завершена. Это где? Это что? Это пси. Ноги еще в процессе. Вижу его. Огромное количество войск. Но у меня есть психи. Если сделать буст на этим, на грейды, то мы можем его и немножко догнать. Он выходит на третью базу. Ой, ёпарасете. Не, на третью базу он выходит. Он выходит сюда вот. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Это грейд первый на атаку. Первый грейд на атаку Карл сделался. Первый. Надо. Разработка завершена. Ой. Что это за дичь? Кто знает, что это за дичь? Есть. Давай тогда вот так вот зальемся штормом. Архоны. Его много. Да блин, опять 25. Нет, гейтов, ни хрена ничего нету. И у него просто лимит. Хочет защитить Архонта. Конечно, хочу защитить Архонта. У него лимита больше. А грейды что? 1-1. ГГ. Что? Как эту штуку убивать? Они вроде раскладываются, начинают мочить сильно. Может, не стоило под них подставляться из-за
Сталкеров вроде раньше поменьше. Либераторы, говорят. Его немного, а кто-то полез на либераторов. Ясно. Строй сильных юнитов. Нельзя с ними драться в лоб никогда. Понятно. Шары же. Какие шары? Только не смотри, сколько у них дамаг. Там то ли 70, то ли 90, говорили. 80, говорят. 85. Кому верить? 85 дамага. Это много. Интересно, какая частота выстрела. Наф-наф поддержал ваш канал на сумму 30 рублей ровно. Дружище, твоя фыва божественна. Я все осознал и встал на путь исправления. Прошу новогодней амнистии. ГГ. Наф-наф. Самое печальное, что я, скорее всего, ну сейчас не могу отвлечься, а потом забуду про это. Надеюсь, я тебя там не... А я не мог больше, чем на 30 дней, так что все хорошо. Правда, говорят, как ты встретишь Новый год, так его и проведешь. Встретишь его в бане, проведешь, соответственно, тоже в местах не столь удаленных. С этим протосом мы уже играли раза, наверное, 3. Правильно? Было такое. Нужно построить больше. И против тосов я не знаю, что делать пока. Я знаю, что кора тащит. Я знаю, что барак надо было делать раньше, чем я тут. А, фениксы же. Да, феникс. Старгейт. Старгейт против... ну, это в мид-гейме, ближе к лейту. Так, придем посмотрим, что у него. Это газ. Начинаем собирать газ. Эй, чи-чи-чи-чи. Второй барак. Вот так вот. Люди играют, оказывается. Аджита поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. 500! Михаил, кода же уже будет Bloodborne от тебя. Bloodborne? Ну, Эльдар мне ледокол, в смысле, подрывался. Дать игру. Вот, но я его останавливал, его подрывах. Поэтому не знаю. Так, заказываем рабочего еще одного. Там supply блок скоро будет. Но Bloodborne, да, хочется. Тем более Мантич хвалит. Челлендж есть. Графон, опять же. Так, а что делать? Давай кору сначала. Потом грейд на гейты и парочку сталкеров. Кстати, я должен был проверить до выхода сталкеров, что у него... А, и надо пилон было поставить. Но уже не здесь, это неправильный пилон. Нычки у него нет. Да свершится правосудие. Там сталкер уже выходит, я не хочу сейчас полез. А я убил вообще его? Пробку. Килсы есть. На ладун. О, понятненько. Так, давайте не будем, учитывая то, что у него нет нычки, не будем жестить. Сделаем пока что вот так вот. То есть сталкеры, плавный выход в блинк. Роботикс надо будет заказать как-нибудь прям хорошо. Тут пользователь пока... Тол активировал премиум на ваш канал. Пока сделаем еще пилон на входе. И вообще можно встречать его, учитывая то, что у него... О, это Олунчик, чувак. Понятно. Сионная сеть установлена. Так, назад. Я здесь, среди теней. Блин, хитрец. Я здесь, среди теней. Ты хорош. Давай-ка пилон построим здесь. Нет. Нет. Да куда вы идете? Это вы достали меня уже. Со своими... Надо восстанавливать так, надо делать так. Надо открываться. Надо... Блин, надо открываться, надо делать варп.
контроля не завезли. И встречать его только сверху. И дарков лепить. Я потому что я вам могу выиграть только за счет коры и дарков. И, кстати, у меня здесь как раз нужный этот есть. Я здесь, среди теней. А пока варпаем сталкеров. Пустота. Это разведка, скорее всего. Майна. Офк. Я сердце. Можно попробовать порыпаться, чтобы он. Среди теней. Да. Финал Адун. Давай поржу, чтобы самим не умереть от дарков. Сион. Мы ждем. Усиление. И потихонечку в атаку идем. А давай четвертый гейт. Веди нас. Если что, есть рекол, помни об этом. Все мы часть. Базы у него нет. Мне кажется, это дарки. Кина. У него. То есть фотонку надо и своих дарков делать. Веди. Дарковня готова. Требуется. Варпаю. Как никто никогда не варпал. И фотоночки. Даунт. Ой, отличный фейл. Все, ГГшечка. И тут как бы неожиданно, да? А можно вот так. Раз, два, три, четыре. Вот и все. Что такое? Нас предали! И тут, и там обсаделает, правда. Торчарч. Надо базу делать. Нет, только не вчетвером, ребят. Ну не вчетвером. Там отбились, что ли? Надо сюда зайти. Надо зайти сюда. Как больно. Какая боль, а? Сионная сеть установлена. Делаю блинк. Тут бы базу поставить, потому что. И помним про рекол. Давай попробуем, попробуем, попробуем. Дарк, бей, пожалуйста. Спасибо. Один дарк остался у нас на. И мы его возвращаем. Здесь назад. Попробуем сделать рекол. S значит страта. И тут дарк нарезаешь. И тут у меня база. Давай, подрежь. Вот этого. Хорош. Найс, 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 найс. Базу отменили. Это открываем, это делаем. Форжегрейд на атаку. Давай пса еще сделаем. Да, убили дарков, но они точно оправдались. Потому что... Более того, я бы еще одного варпанул бы. Сюда его увел. Тут роботикс. Здесь принимаем. И только сталкеров надо делать. Оп. Денег нет. У него тоже должна быть легкая проблема с баблом. Легкая. Помним про дарка, он сейчас восстанавливает свою базу. Хорошим я должен с блинком выходить сейчас уже. Переводить рабочих сюда. Просто поджимать, зная про рекол и помню про дарка. Сам да сделать. Апса у него сбить было бы еще тоже не лишним. Я здесь. Да, дождемся пса, пожалуй. Еще сталкеров. Разработка завершена. Это плюс один. Я здесь, среди теней. Перебор по рабам. Так, это опс. Можно золото выйти. Мы ждем. Ой, Михаил, Михаил. Жадность тебя погубит. Оп. Мы согласны. У нас есть цель. Река. Его прилично. Веди. Где там мопс? Мне нужно. Просто
крайне необходимо сбить у него пса, который играет на атаку. Кстати, под буст можно сделать. Мы ждем. Тихонько мы подходим. Там Immortal, весь вообще фарш. Да точно, тогда ставим базу вот здесь. И можно сделать было, кстати, сейчас два Старгейта. И Immortal в контрит, и шары в перспективе тоже. Но его надо держать здесь. Надо на филды разводить как-то так. 19 рабов, ок. Да, полукругом он не торопится. Ну окей, ты не торопишься, я тоже не тороплюсь. Ух ты. Странно. Очень странно. Но он должен выходить с базы как-то, правильно? Переведу сразу рабочих на золото. Да, вот выходит. У него блинк есть. Фора минус. И здесь все плохо. Так, давай-ка сделаем сталкеров. И кора надо было восстановить. И пилонов здесь поставить. Ой, как мало фениксов. Нет. Раз, два. Кинуть время надо. Мне инком больше. И сейчас фениксы еще делаются. С фениксами поднять имов в первую очередь. Да поехали. Раз, два. Три. Все, имморталов нейтрализовали. И все. У него золота нет, у меня есть это ГГ. Что ты, блин? Я здесь. Скажу фениксов. Кстати, убили только одного феникса. Попробую пробежать дарком. Вот у него отмычек строится. Убиваем рабочего. Сами ставим следующую базу. Кстати, здесь надо вот так вот сделать было. Отлично, изи катка. Ну вот здесь, по крайней мере, было понятно. Вот с точки... Вообще в Мироре мне быстрее, наверное, расклад. В принципе, Мирор проще понять. Потому что тупо делаешь, что у противника таких же юнитов, да, если хочешь там что-то сделать. И все. То есть механика и юнитов меньше в два раза. То есть тут была... С дарками хорошо получилось. Ну, тоже алмаз. Тоже донный. Я чувствую, мне ползти, ползти. Ни один стрим до мастера. Еще разок отнем. Счет сегодня подозрительно хороший. Да ладно, 12-5 сегодня. Прикольно. Не будь култистры, побольше архонов, колосс не с... Они сплэшем бьют. Да нет, это все враки. Кто там бьет сплэшем? Никто не бьет сплэшем. О, Миш ПЛ. Очень хорошо. Хочу я как раз хотел с Терном сыграть, чтобы немножко почетче попробовать исполнить эту стратегию с агрессивную. Правда, здесь 4 респа, но на самом деле карта не такая большая, как видно по ну, размеру окна GLHF YouTube. Вот что приятно, в стратегиях чаще всего такие адекватные люди, то есть это... Говорят минимум, культура общения такая, не то чтобы скудная, но лаконичная. ГГ, ХП, ГЛ,
и все. Ты не узнаешь тут ничего нового про свою маму там или родственников. Тут все молчком. Сидишь и терпишь. Музыка орет, музыка гремит, раскатывается. Я сделал поближе микрофон, чтобы меньше было негатива. Добываем сразу тремя. Пилон после, то есть сначала кибернетка гейт, а потом... А почему не гейт кибернетка? Оп. Вот так вот хочу. Он достроил барак уже, делает Марика уже. А вот сейчас пилон нужен. Не хватает минералов. Рабочего забыл. Ой, сразу база. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигели люди. Может, зилка сначала сделать тогда? Да, давай зилка. Да нагло. Пилон вовремя. Кора пошла. И сталкер пошел. Грейт на гейте делать не буду. Пилон все-таки здесь еще один закажу. Не хватает минералов. Бежали. А тут буст на этого. Правосудие. И надо уже делать как-то пилончик. Но там рабочий же. Я здесь, среди теней. Еще сталкер. Карта все-таки большая. Все-таки так. Я здесь. Нет, нельзя. Среди теней. Рабочего бы еще взять. Я здесь. Среди теней. Там бункер только строится. Это ГГшечка, похоже. Ой, кора. Михаил. Кора, бери, блин. Все, отменил. Я здесь. Так, теперь это вперед, это назад. Твою ж налево, как я... Он зажимается. Тебя одного сюда. Будем долбить их сейчас. Точно? Я здесь, среди теней. Сионная сеть установлена. Я здесь, среди теней. Да. Усили. Давай базу сделать. Ты его не пропушишь. Он сейчас чекает у меня нычка. Я убью у него барак. Я здесь, среди теней. Продавить дальше вряд ли получится. Пробежать можно было бы, конечно. О, понятно. Наглец. Я здесь, среди теней. Спалили. И, наверное, надо сейчас роботик для сейва сделать. Так, здесь база, пилон, рабочие. Сталкеров много, вообще можно было бы и... Нет, там Марик уже приличный. Ну, я на щиты хотел разменяться просто. Я здесь, среди теней. Грейт на гейты, забытый. Роботикс как? Роботикс в процессе. Здесь все хорошо, третий гейт. Давай добавим. Второй газ нам не нужен. Он боится. Ну, пусть боится. Встроен он 100 пробов. Фаржу может еще сделать. Загружаем приказ.
Так, делаю апсан, делаю рабов, точку сбора меняю. Перевожу три раба. Ну, парочку рабов, ладно, сюда. Газ, ок. Парочку сталкеров оставлю дома. Ну, на случай дропа мин. Так, снайпернул его чутка. И третий гейт. Апсов. Одного пса оставлю здесь. Ну и блинк, наверное, надо делать, учитывая количество сталкеров. Ой, да ладно. А не обнаглел ли ты? Ну, нагловато немножко, да, ведь? Так, ты пойдешь сюда. Тут надо было, конечно же, буст перекинуть. Сюда, он видит базу мою. Что же он хочет? Ну, дроп или банши. Тут не так много вариантов. А я еще фаржу не достроил. Разработка завершена. Мародеры. Угу. Еще подрезали Марика. Открываем гейты. Это будет как раз вторая группа, чтобы пытаться контрить дропчики. Причем здесь сталкеров надо еще варпануть. Он полетел, кажется, наверх, нет? Кажется, полетел. Мины. Угу. Грейт на атаку. Слушайте, у него здесь может быть база уже. Он же не может так долго сидеть. Капец, реально, он же может где-то халявить. Хотя это и... А, вот, пожалуйста. Слишком хорошо я думаю о человеке. Минус там миллион рабов. Переходить на новую базу. Что я здесь могу сделать? Снизу спрыгнуть? Но это не очень хорошо. Там мина стоит еще у него. Я вижу. Ой, три пробки. Проверим угловые базы. Мне кажется, он, если он грамотный, он бы не стал ни в коем случае так. Опа, мина. Пробок убили. Сердце. Ну хоть здесь. Наш пилон атакован. Хоть здесь отбились. Место рождения минералов. Грейт на атаку надо было сделать. Сейчас будем размениваться с этим. С. А, нет, погодите, там же апса не хватает мне. Ой, какой кран, конечно. Так медленно все делаю. Очень медленно. Где там опс? Вот он опс. Вроде делал гейты еще. Где они? Где там имморталы? Где лимит-то, Миша? Три апса, толку нет. Так, четвертый гейт, пятый гейт. Медваков у него нет. Восстанавливаем корум. Все сюда. Медвака не летят. Надо сейчас с ним просто посражаться немножко. Просто, чтобы он простимпачился и убежать. Ну, у него медваков нет, надо его разводить на Steam. И потом возвращаться. Среди теней. Он понимает, что у него здоровье не самое лучшее. Медваки появились, но он реально очень был битый, и медваки не успели ничего сделать. Минус минка. Пробуем зайти наверх.
с рабами выходит. Так, снова. Не-не-не, аккуратненько. А зачем мне с рабочим-то драться? Сейчас его отпустила. Сейчас можно. Я здесь, среди теней. Опять надо было кайтить. Потому что время работает у меня. Он рабочий сейчас потерял миллион. Ресурсы копятся, ребят. Я уже подустал, видимо. Очень-очень все глупо делаю. Его очень мало, но мидваков много. Надо добавить темпларов. Да и дарков можно сделать. Он выходит на третью базу, здесь нужна кора. Тут так, еще про... Ага. Слушайте, а он дроп что ли делает? Нет, у него просто много ерунды. Да свершится правосудие. Еще сталкеры? Да, еще сталкеры. Медваков много. Доделался сумречный совет, я слышу. На него буст. Открываем гейты. Делаем еще... Сделаем сейчас психов. Их нужно сделать хотя бы для... Для фидбэка. И для архонов. Я не вижу, пробивает он здесь или нет. Закончились. Да, пробивает. Угу. Ну и хорошо бы сейчас проконтратаковать. Со штормом. Шторма, правда, нет, но атаковать хочется. Ресурсы копятся, мейн закончился. Ставим новую базу. Разместите строение на газовом гейзере. Все мы. Враг познает нашу ярость. Блин, какая дичь. Он еще там контролит зачем-то. Кто его просил? Есть шторм. Отличный шторм. Ну что делать? Я думаю, надо идти в атаку. Психи есть. Шторм ему контрить пока нечем. Собираюсь в центре, вижу полукруг. Жду психов. Работаем. Ну контролят. Зачем контролят? Не ясно. Полукруги там. Я в шоке. Поглядываю там на базу. Ага. Дропчик, не дропчик. Ладно, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, архоны пошли. Ой, нет. Давай слоу. So slow. И под варп. Дичь. Что не игра, то проблемы. Хорошо, он не дропает. Вот есть люди, которые дропают. Этот человек не дропает. Рабочих не перевел я. Еще одна проблема. Сейчас дождемся нового шторма. Там осталось не так долго до этого. Плюс тут подварп еще можно сделать. И, конечно же, хочется грейда дождаться. Там третья атака доделается.
Сколько там? Все, поехали. Да есть уже пси. Заходим. Серьезно? Улучшение завершено. База атакует. А, ну окей. Я причем слаб на поле боя. Жизнь за мной. Ну все, добиваем. Месторождение минералов истощено. Въезжаем. ГГ. Ну, без ГГ. Ой, хорошо. Ладно, давайте на этом остановимся, потому что сегодня действительно было очень много матчей. Прям очень много матчей. Зилотом я тут не на это самое. Хотя да, наверное, армор был бы полезнее. Неплохо поиграли. Побед больше. Дают мне орлов. Алмазов, так себе, товарищи. Но 10 минут, 331, господи. С кем я играю? Какие-то психи просто все. Психи. Завтра увидимся с вами в 16.00, во-первых, на Divinity. А потом, ориентировочно в 19, если мне память не изменяет, будет мероприятие ГГ года, который пройдет несколько дней. Там Яндек занес призовой. Много сильных игроков СНГшных. И приходите, мы с Поми будем комментить. Это платина, говорит, Let's Create. Ну, как бы я и говорю, что орлов дают. Орлиная лига. Да. А на сегодня точно все. Прощаюсь, благодарю за внимание. Если пропустили трансляцию, сейчас поставлю заливаться на YouTube, и вы сможете завтра уже увидеть. Пока.